я нажала. Все, ебальники на ноль, ебальники на ноль. Здравствуйте, мои уважаемые ребята с Ютуба, ребята с Твича, с которым я уже поздоровалась, и нахуй, ребята с Ютуба, с которым я уже два раза поздоровалась, потому что забыла запись включить. Мы смотрим «Беременна в 16», и мы будем реагировать и эрегировать, и... А, нет, там 16 лет людям. Отстой, отмена! Сейчас будет реакт. Все, идите нахуй, я не буду с вами разбираться. У Янки слух имба! Вот шарг, ну, все слышали. Ку-ютуб, иди нахуй, не надо людей с ютуба нахуй посылать. Меня можно, людей с ютуба не надо, они комментарии добрые пишут. Как часто вы красите волосы? Ой, блядь, да я полгода назад их обесцветила, потом мне лень их подкрашивать стало, вот у меня мои отрастают, мне вообще поебать, сори. Это я думала снова в блондинку, но у меня вот тут качество волос просто говна поело, мне очень не нравится, они как солома, поэтому я остаюсь, а потом перекрашусь обратно в свой вот такой натуральный цвет. Это пишет Кебеш со 100 аков. Кебеш, где ты была, когда у меня было 8 зрителей? Создавала 7 аккаунтов, Янка. Папа оплатил. Я просто скупила все. Это мама купила. Я просто увидел сумку, такой, хочу. Это бабушка. А, это реклама, блядь. Янка, ты красишь подмыхи. Кому? Камью правильно. Подарила. Это все брат. Эту сумку мне брат купил. Эти наггетсы муж купил. Кольцо с какашками муж купил. Брендовая обувь люксовая. А это сама. Это Самара? В районе. Ваши натуральные волосы черные или темно-каштанные? Русые, но вы можете называть их каштановые. Ну да, типа коричневые. У меня даже есть чуть-чуть рыжий потон, но он только на свету виден. Но это такая хуйня. Раз он виден только в одном каком-то состоянии, значит его нахуй нет. 350 тысяч. Подскажите, пожалуйста, вам не громки вот эти именно наушниковый звук? Вам не громко? Я потише сделаю. Или себя потише, погромче? Напишите, пожалуйста, в чате. Янка Каштанка. Отстань, блять! Я не читала, потому что там что-то над собакой издеваются, поэтому идите нахуй все. Вот когда собачка варежка, вот я там разрыдалась. Каштанки, нахуй, меня там не будет. По глупости, блять, распечатала в 7 классе и прочитала Муму. Все нахуй, ни одного произведения, где над собаками издеваются, в моей жизни не будет. Я даже Джоджо специально спойлеры читала, чтобы узнать, что там какая собака умирает, какая не умирает. Поэтому ёбла закрыли со своими каштанками. У нас вчера в школе вырубили свет, и в мужском туалете говно по стене размазали. Ну это канонный эффект, блять, канонный вент как будто бы. Да-да, гордо. У нас сюрикены говном рисовали. Оплатила сама. Маминой золотой картой. Берите все, что хотите, я плачу. А, ребят, мне тоже можете сказать. Да все, в пизду, ладно, пишите, хотел, не буду. В том сезоне чада из ада. В моем детстве было, берите, что хотите, я плачу. Это значит, что мы в Ашане водили каждый день, и там только сухарики за 5 рублей и лимонад мохито за 7. Все, больше не было. Как работа и атмосфера в коллективе? Я не работаю! Я не работаю! Я в универе учусь, но в универе я познакомилась с девочкой, мы с ней играем в Baldur's Gate. Очень круто, хайпово, и вместе рисуем на парах. Мы нихуя не слушаем, конспекты не ведем, только рисуем. Сюрикены из говна? Это в элитной школе Ярославль. Нет, это в Москве было. Красивая, богатая, ну и вообще просто я звезда. У новых мажоров отнимут золотую карту. Так тяжело быть звездой. Это за то, что случится, только вы будете виноваты. И отправят на перевоспитание в новые многодетные... Сухарик, рыба, пиво, Яна. Придумать рифму. Раз, два, три, четыре, пять. С детства с рифмой я дружу. Семьи. Да поебать мне на это чадо из ада. Я его никогда не любила, сори. Чадо из ада. Но... Бля, скипни уже это. Ты ебло свою котюн закрой, нахуй. Випку получила 2 минуты назад. Выебываешься уже слишком дохуя. А почему ты заговорила про ту девочку в контексте работы? Она тебе платит? Нет, ее мама мне платит, чтобы я с ней дружила. Кстати, возможно... Блядь, горох разлетелся. Возможно, именно вот эту запись посмотрит моя одногруппница Даша. Даша, привет! Даша съебалась нахуй в страхе, тебе тут не место. Это только для моей одногруппницы было. Всем остальным Дашам привет, салам алейкум. Вон с тобой в чате уже здороваются. Мажорный сезон. В четверг в 19:30. На Ю. Весь контент Ють... На Ю, нахуй Ю вертел. Теперь выходит на канале «Мама в 16». Поддержите нас. Поддержите нас, подпишитесь на Янку Валерьянку, чтобы больше реактов видеть. Подпишитесь на этот канал, поставьте лайк этому видео и оставьте комментарий. Даша, иди нахуй, особенно если ты не Домфа, да. Спасибо.
вы лучшие. Нет, а вдруг другая какая-то Даша посмотрит, так нельзя. Зачем так много ругаться? Потому что у меня мозг не знает никаких умных или крутых слов, потому что я дура, тупая, ебаная. И когда мне нечего сказать, я автоматически заменяю пустое пространство матом. Потому что ты включил стрим одноклеточной хуилки. Я ничего в жизни в этом и в мире не знаю. Я накрасла на улицу Херославля. Я была гэнгста, ёпта. Убегала от наркоманов и гонялась за ними иногда в ответ. Кварталы дали это мне районы, кварталы, жилые. Влюбленные. Без... Она эмпат и дин нахуй, короче, еблан. Она эмпат и максимально эмоциональна, поэтому использует много мата. Эмпаты, электричка, перекличка. Заботные, чисто. Потные яичко. Ливы, тебе 16 и кажется все еще впереди. Но. Хуй пизда говно. Взрослая жизнь начнется раньше. Бля, фу, так мерзко было, когда на УЗИ сердечко нарисовали. Реальные истории девочек-подростков из разных... А слабо стрелой пробить, как на Валентинках в ГТРП? Еще и долбоеб чуток. Кто? Уголков страны. У каждой своя судьба и свой выбор. Бля, не могу, маник, как в Dressed Impress, вот этот красный гигантский. Ой, испугалась там за жопу кого-то помацали. Дать мамы в ш... Мацай, мацай. 16. Нихуя, Макдональдс огромный, смотрите. Так, все, ебало, закрыло, блядь. Порывки там, ну что такое, даже секунды, блядь, не прошло. Секунды не прошло. О, жопа, о, еще что-то, о, Макдональдс. Решение, от которого... Вообще церковь, блядь, все, извините, пожалуйста, осуждаю себя. Зависит... Спичка-кличка у Янки потное яичко. Там не так было, но за попытку молодец. Не одна... Бля, ребенок, видели? Сейчас. Стать мамой в 16. Решение, от которого зависит не от... Эйшкерри! Янка придумала аборт стрелой. Плюс, если гениально. Минус. Знаете ли вы, вдоль ночных дорог, знаете ли вы, как использовать металлическую вешалку в таких ситуациях? Для аборта я не скажу, что опыт или экспириенс у меня был, но в целом, в теории, что-то там перехуярить, понятно, что. Церковь Святого Наггетса. Да, на жизнь. Эту сумку мне муж купил, эти наггетсы муж купил. На этом биология 10 класс, вот это очень круто. Нам тоже недавно... Ладно, счастья, здоровья. Привет, меня зовут... А, так. Подождите, а Aviasales уже 16 лет, и он сделал, взял рекламу, потому что он тоже залетел? Самый небанальный и самый неочевидный это. Почему в песне «Па-па-па-па, па-па-па-па», если передача про маму? Где папа? Где папа? Где папа? Аня, мне 17. Лол, Янка, кекашкири. Лет, я живу в городе Чита Забайкальского края. Какая Чита, правильно? Чита-дрита, танец заводной. Ты потанцуй чику-рику, потанцуй со мной. Я девушка своенравная. Всем с Читы привет. Самоуверенная. Я человек очень властный. Я люблю, когда все по-моему. Очень, наверное, наглая. Я всегда добью. А у меня Твич Глент в реках. Когда вы планируете устроиться на работу? Блять, мама в чате. У меня мама в чате, нахуй. Евак, разлогинься. Давай свои цели и иду на пролом. Чисте читеры живут 100% инфа. Антигрипер шоу, поехали туда снимать. Не... Блять, это дом запривачен был. Ты куда полез? Эквестрия запривачена, гнида, блять. Туша. Мою маму зовут Юлия Валерьевна, ей 38 лет. Нихуя, это лакшери герл в леопарде, уважаю. Она домохозяйка, получает детские пособия по потере кормильца. Это 30 тысяч рублей. Блять, горох. Лишь бы перебить, Катюня. Катюня, баллы по экономии, я скоро новую награду сделаю. Я хочу сделать, чтобы вы за награду могли пукать у меня на стриме, знаете? Чтобы вы отправили, и там что-то типа... Ну, типа, без картинки, но какой-то звук появлялся. В месяц. Поэтому экономьте баллы. Пойдешь на завод, ты это Катюню спрашиваешь, она маленькая еще. Мне не нравится, что она все время учит меня жизни, как будто я маленькая.
Деньги не растут на деревьях, профессия грузчика всегда востребована. Нет, Вивах, ты мне что, зря скидывал в самом начале нашего знакомства ролики про дальнобойщиков? Вивах, у меня все расписано по секундам. Таня, это ребенок деловой с колбасой. Таня просто... Деловой с колбасой. Вы помните, мы смотрели только Бока фильм, где там мальчик такой, я эту колбасу у папы отрезал и себе пришил. С самого детства делает все по-своему. Мы всегда ругаемся с мамой, потому что я ее не слушаю. Мне что-то надо. Так может, нахуй маму послушать стоило бы? Я плюнула. Нифига ты запомнила? Конечно, запомнила. У меня травматик экспириенс, нахуй. Все на завод! Вакансия с 14 лет, а неофициально устраиваться можно уже с 9. Пошла. А зачем мне кого-то слушать? Кого обмен судьбами? Ты в армию, а я на трассу. Что, если у меня есть свое мнение? Мама мне с детства говорила, что ей тяжело меня воспитывать. Таня, это что такое? Мама, отстань. Я почему? Воу-воу, Найт Клаб. Типа то, что они танцевали, сори. Планируете ли вы жить на $1 в день? Я и так, нахуй, сколько уже, 3 дня живу без единой траты, потому что... Да потому что мама продукты покупает, спасибо маме. У меня нет денег все равно. Как в Африке. Жарко, наверное, сори, там не было дорого. Почему ты пораскидала обувь и даже сюда зашла в зал? Ну, я все уберу. Во сколько ты... Найк Про! Подождите! Обуви даже сюда зашла в зал. Найк Про! Кто вообще говорит маме, отстань? Если я так скажу, меня из дома выкинут. Да, я буду нахуй не демократичной мамой. То есть я, в принципе, все желания, начинания ребенка поддержу, но если он мне грубить начнет, мне поебать, это мой дом съебался нахуй в страхе. Все, на завод, блядь, там же и живи в общежитии. Я уберу. Во сколько ты заявилась? Что-то через обещанных 2 часа-то тебя не было? У вас есть 3 дрожжей тик-так? У меня нет, но у меня есть нёрдс. Сойдет? Ну, они эти зануды ебаные. Что? Ага. Вставай давай. И убирай. Схуя ли она спит? Это вообще ни к чему, да ёбка. Всё. Ну, я не знаю, почему она... Ну, ладно, в обуви зашла, это не круто. Ну, пусть полы потом сама моет, что за хуйня. Может меня понять, потому что, как бы, я молодая. Ага, хуй нога. Не хочется развиваться, хочется общаться, хочется тусить. Живем один раз. Почему бы и нет? Своего отца я вообще не знаю. Это отец вот это, но в принципе глаза у нее от папы. Знаю. Да и мама его не очень помнит. Она рассказывала мне, что его зовут Юрий, и они познакомились в большой компании. Какая мама красивая, охуеть. И когда отмечали Новый год. Дело было просто молодость. Мужчина был женатый. Мне 20 лет. Получилось, залетело все. Я в семью не стала лезть и все. Когда мне было 2 года, мама вышла замуж за моего отчима Романа Владимировича, который стал не настоящим папой. Меня удочерил папа Рома. И он сразу сказал, на моя... Роман Годжа, я что, тебе не знаю? Сколько нужно пожертвовать, чтобы воссоздать сцену из пожертвованного видео с 3 тиктоками? У меня нет тиктака, брат, у меня нет. Но хочешь, я просто так сделаю? Типа, от одного нёрца у меня тик, а от другого нёрца у меня так, а от третьего у меня драже. Сойдёт? Кайфуй, брат. Ребята с Ютуба, это момент с предыдущего твича, вы там не были, сами виноваты. Она мне брачная дочь. Кого? Я ничего не... Не бра... Вот это, которая... Ты мне брачная... Блядь, кисло, подождите. Вот это, которая... Ты внебрачная дочь Дайдарочки. Выбери, кто тебя нашел в кустах, кто тебя приютил, кто там твой злейший враг. Браво, ты талантливый художник. Спасибо, бро, дай бог тебе здоровья. Я из полной семьи, да? Ну, хуй знает, на диету сядьте. Не знаю, это один из самых родных моих людей. От него мама родила мне брата Мишу, которому сейчас уже 15. Это брат или это она? Он занимается музыкой и мечтает о своей группе. Охуеть, они одинаковые, прям вы видите? И сестру Машу, ей 10 лет. Она учится... Ой, все! У дочки футболка, ой, все! В третьем классе. Так,
Таня, помоги с уроками. Сколько я еще буду с тобой уроки делать? Ну, блядь, пока она школу не закончит, очевидно, что ёбнулась? Если ты мне поможешь с уроками, я тебе не спалю то, что ты мамин горшок разбил. Что ты мамин горшок насрала? Крисёныш. Я ты, Криса. Да всё! Закрой рот, Порыбкина! Близнец родился через год от другого отца. А что там было? Кровь от отца! Шли. Мама у нее пиздец, от одного родила, от другого родила. Ну, счастье есть, здоровье, блядь, никто не запрещает рожать. Не демократия, как демография, нахуй. Нужны ли дети в стране? Наверное, блядь, мне поебать, сори, мне не касается. Два рыжих, и им нравятся мужчины. Отгадай, кто? Чего? Две рыжие, и им нравятся мужчины. Отгадай, кто? Вот эти сестренки, блядь, издавай Джонни из мультика по Cartoon Network. Я помогаю с учебой младшим, но сама оканчивала школу тяжело. В результате... Две бутылки пива! Все нахуй! Следующее! Я все загадки решила в мире. Кстати, моих тусовок я чуть не завалила экзамены за 9 класс. Так а если она чуть экзамены не завалила, чем она нахуй этой маленькой поможет? Она сама, блядь, не помню, как молоко пишется. С трудом получив тройки, в 10-й я не пошла. Но и поступить куда-то сразу не получилось. В итоге я решила... Нихуя шахматное поле. Огромное. А хули слон не на площадке? Извините! Но я же не могу сказать королева, блядь. Я же не могу сказать про него. Но я и слон не хотела ее увидеть. Я в плане это единственные фигуры, которые я знаю. Слон, королева и конь, блядь. Все оскорбительные. Как предотвратить появление рыжих волос? Я ебу, у меня их нет. Мне вообще поебать, сори. Нет, это дырки орангутанга. Пешка есть еще. Жизнь, игра, а вы мне пешки. Пойду покушаю пельмешки, ёпта, блядь. Все, домой нахуй. 2007-й, мой родной. Забить на учебу. Не, конечно, не... Я забил на учебу. Забил на работу каждый день, как суббота. Что-то, прикинь-ка мне похуй. 4 часа зафутболил себе. Что-то в ворота, бля, мне поебать. Бля, иди нахуй, пельмешек захотела. Я тоже хочу. Не хватало внимания, так как у меня есть младший брат и младшая сестра. Ну, я старалась понимать, что маме и папе нужно было работать. Мама, помимо этого, приходила с работы, ей нужно было сварить, покушать, сделать с нами уроки. Сама свари, покушать, что за хуйня? Пельмени сварить, 2 секунды. Убраться дома. Помоги ей убраться. Ну, поэтому было такое, наверное, что я как-то пыталась вот это вот чувство любви. Вы бреете или удаляете волосы на лице? На лице нет волос, вы что, ебанулись? Я знаю, у некоторых есть, типа, усы, у меня нет, спасибо Богу за это. А вот это то, что на щеках, да это поебать, это хуйня какая-то из ТикТока, бля, маркетинговая. Да хватит про пельмени! Ну чё, давайте, нахуй, персик, Найк Про, щавель, пельмень. Искать на улице, в друзьях, там, в парнях. Я училась в обычной школе. Вот идеал, без отца, с траблами с башкой, рыжая, да еще и без хуя. Нахуя мне без хуя, если с хуем, то хуя, вы меня извините, уважаемый Роман Годжа. В младших классах у меня была хорошая успеваемость, но когда мне... В младших классах у всех нормальная успеваемость была. Там всегда в начальных классах только одна девочка или мальчик, который хуёво учится, а так у всех нормально все. Я имею в виду брови. А, брови? Не, мне поебать. Я иногда вот тут... выщипываю, но мне похуй на то, как они выглядят, но я думаю, что я в этом месяце, возможно, что-то с ними сделаю, потому что я нашла свои старые фотки, где они красивые, где один раз сходила к бровисту, может быть, я что-то и сделаю, но мне слишком похуй, понимаете, в этом проблема. Я не то, что похуист, но мне похуй на все, мне поебать до пизды, хотела нахуй вертела на брови, на ноги, подкрасить волосы, накраситься, блять, одеться красиво, да, до пизды мне. Вау, Янка, ты такая крутая, тебе все похуй. Нет, я этим не хвастаюсь. Это, к сожалению, моя негативная черта. Вот мне похуй, я не убираюсь 2 недели в
комнате. И это не то, что типа, ахаха, я не убираюсь, у меня игрушки на полу валяются. Нет, там нахуй все, там вот так с пола, нахуй, почти до потолка, блядь, одежда валяется чистая, грязная вперемешку, блядь, белье какое-то, нахуй, и кроватное, и, извините за выражение, нижнее белье, там все вот так, потому что мне поебать. И это моя негативная черта, я могу зубы нахуй не чистить, если я не выхожу неделю из дома, я нахуй неделю голову и мыться не буду, мне ж поебать. То есть мне, это плохая черта, мне от нее избавляться надо, но мне слишком похуй. Кола или спрайт? Если кола зеро, то кола зеро. Если кола обычная, то спрайт. У меня твой мерч есть, мне тоже поебать. Я думала, трусы грязные на полу. Гайс, она врет, это все работает на целевую. Вы не верите, но у меня вот тут чисто, это единственное сейчас чистое пространство на полу. Вон там просто все в разъебе. Исполнилось 13 лет, и у меня появилась компания, с которой я начала тусить. И трусы тоже. Покажи. Не покажу, сори. Там трусы. Нет, отъебитесь от меня. Сейчас сосисочки пожарим. Нас бы это тут не приняли бы за то, что... Я думала, она уже беременная, пиздец. Пугаем. С кем ты там в группе-то учишься? Мы не учим. Кириешки! Сука! Ребят. Я открою нахуй. Почтовый ящик, чтобы мне скинули блядский набор из всех кириешек. Я очень хочу обзора. Какую нахуй бомбардировку водичкой? Блядь. Она пьет пиво во время беременности, она еще не беременна. Сейчас, блядь, сейчас, все. Роман Годжи, реально, баллы бы поэкономить. Сходил на одну пару и все, и достаточно? Да. Мне всегда нравятся большие компании. Блядь, горох разлетелся. Это движуха, это что-то интересное, какой-то кипиш. Мне казалось, вроде бы она здесь во дворе. Горох разлетелся. На тот момент объяснить. Закрой ебало! Сняла, что мамочка, я здесь, я рядом. А сама ходила по тусовкам. Естественно, из-за этого очень много рук. Вставай, сук! Отъебитесь от меня, дети ебаные! Угони. Когда мне было 15 лет, в нашей семье случилась трагедия. Моего отчима на пешеходном переходе сбил автомобиль. Он лежал в реанимации и боролся за жизнь. Через 2 недели отчим умер. Тяжко без тебя нам теперь. На меня одну все легло. Пиздец, там грустный нахуй момент в шоу, а вы мне... Янка, попей водички! Там человек, блядь, умер, погиб, поебланы. Очень соболезную, не люблю смерти. Это для меня настолько была тяжелая потеря. Я могла на тот момент вообще... What did I redeem? Что такое redeem? Wait a second. I have to translate, what does redeem mean? Ну, блядь, да, 85 баллов по-английскому, но я же не все слова знаю. Получил, наверное, выкупить. Oh, you bought the reward that is like, sit still. Like, hop, fix your back. Чем мне кажется, даже спицы на фоне да, этого. Да, да. Ну, это, скажите ему, что это награда ровно спинку, что типа, чтобы я выпрямилась. Окей, good. У меня произошел инсульт. Если бы не мои дети, я бы, наверное, сама просто с этим не справилась. Детям было очень тяжело. После смерти папы сорвало у меня башню, и я начала злоупотреблять алкоголем. Впала в депрессию, ходила к психологу. Мы в тайминг рыгнули. Да иди нахуй, там грустный момент сейчас. О, занималась очень долгое время. В то время мама... Нихуя пером пишет, блядь! Бро, напиши саундтрек для детского мультика, ничего серьезного. Это ту-ду-ду. Янки Бути 200 points. Бля, это какая-то, блядь, команда футбольная, хуй с ней. У тебя есть папа? Где папа? Где папа? Ну, у меня папа и мама развелись, когда мне было лет, может, 6-7, я не помню, мне слишком... Я, короче, не помню, маленькая была. А он где-то в других городах сейчас. Я не пилила. Через полгода... Хочу не работать на модруку. Стала чувствовать себя немного лучше. Бля, вот будет снова... смешно, если Катюня модруку получит раньше, чем Роман Годжи. Но нет, Катюне я не дам модруку, потому что она слишком пассивная и не приходит на все стримы, а Роману Годжи, потому что он слишком часто про политику шутит и про сиськи-письки. Взяться за учебу. Я пыталась ее вытянуть. Мне пришлось нанимать ей кучу репетиторов.
Это очень сложно далось. С тех пор я начала учиться. В конце года я сдала все экзамены и поступила в Забайкальский институт. Он отправляет алименты? Не. Да у него у самого денег нет. Я к нему позапрошлым летом ездила, что там за дом? Ну, там реально, там нет, сори. И тут предприятие. Мне уведомления не приходили, а где Хебедж? Где Хебедж? Внимательство на юриста. В этом институте есть программа для выпускников 9 класса. Я учусь заочно и 2 раза в год сдаю сессию. Я поставила себе цель сейчас взяться попробуем. За учебу. Вдруг у меня 1080 закрутится, было бы приятно. Пробую стать оперативником, раскрывать... Русы, пейте воду из Байкала. Все, вода из Байкала закончилась. Теперь все награды водичка, которая вы отправите, она просто сгорает и ничего не будет значить. Убийство, преступление и помогать в этом людям. Используете ли вы VPN для Twitch? Нет, но я использую VPN для YouTube, потому что YouTube заблокирован в России, ну так, частично. И он работает очень-очень-очень плохо. Нихуя, она хочет стать ментом. А я вот не понимаю, реально, вот, ну, вот, менты, полицейские, такая опасная, уважаемая, одна из главных профессий России, туда берут людей, которые, да что-то, бля, поебать на тройке, отучилась кое-как, нахуй, 10-й не поступила в колледж, не поступила, сижу, пержу, блядь, на пары не хожу, пиво с сухариками попью лучше. Реально, в полицейских таких берут, не то чтобы я девочку хуй сошу, я в плане... Ну, это как будто бы слишком крутая профессия. У меня охуенный VPN. Я тебе завидую. У меня, не знаю, какой там. Котик, твои делишки, мои делишки. Особенно уголовные. Это женщина какая-то с Тиндера. Что-то разберусь с твоими уголовными делами и с тем, как приготовить ужин. Что-то такая хуйня была. Законен ли VPN в России? Я ебу! Ты у кого спрашиваешь? Надеюсь, да. Потому что иначе мне пизда. Но вот с другой стороны, все пользуются. Какая нахуй разница, в жопу или в задницу. Эти... Инстаграмом все пользуются, Твиттером все пользуются. С чего я ебаться должна? Стали появляться ко мне претензии. Премьеры пизда, на Ю. Ну, я ладно, считала себя ненужной, неважной. Сейчас посмотрим, что это за реклама, мне интересно. В одну реку дважды не войти. Хуяли, я в волке, знаете, сколько раз купалась? Духовная близость стала меньше интима. Разбитую вазу обратно не склеить. Расслабился. Скачать видео, Янка ебет VPN, а чтоб не выебывался. Окончательно жизнь стала невыносимой. Снаряд в одну воронку не попадает. Бишь, блядь! Чем глубже лес, шкибади, доп, ес. Давай, продолжай, родной. Мы расстались, я просто собрал вещи и... Ох, какая невеста красивая. В новом реалити. Разведенные пары попробуют опровергнуть народные мудрости. И с помощью уникальной психотерапии... Какой хлеб красивый! Я тоже об этом подумала! Бля, каравай такой крутой! Каравай, кого хочешь выбирай! Я так хочу просто вот такой сдобный каравай с солью, бля! Или с паштетом печеночным, сука! Гоп! Вы не боитесь обыска ФСБ в вашем доме из-за пользования VPN? С одной стороны боюсь, с другой стороны, еще они у меня нахуй найдут. Вон у меня плакат с Ганнибалом, и все, у меня ни одной запрещенки дома нет. Я даже не курю, чтобы у меня что-то искать. У меня даже порно не прячу, блядь, у меня все в открытом доступе. Боимся. Хебеш, привет, мы тебя так ждали, мы тебя вспоминали. У Дрейка была, признавайся, тварь. Дать себе второй шанс на счастье. Не хватает только слезы. И поцелую. Бывшие 2.0. Развестись не значит разлюбить. Нет, я играла в Roblox. В пятницу в 19.30. Если выйдет, мы, наверное, сделаем реакцию. Вроде смешно будет. Это будут как немножко разведены, только меньше порно. Премьера на Ю. Через 1.5 года после гибели отчима мама начала общаться с другими мужчинами в соцсетях. Мы с братом были даже рады. А они не нападают на красивых девушек. Ты не прав, там столько красивых политзаключенных сейчас сидит. А до этого? Что-то художница какая-то, блядь, кого-то с собакой. Потому что она сильно переживала смерть папы Ромы. Она... Такие сережки у нее красивые, золотые. Встретила дядю Мишу и расцвела еще больше, поняла, что... А, ну раз порно меньше, значит хуйня. Даже собаку посадили, пипец. Просто соли нахуй за решеткой.
что все-таки жизнь на этом не заканчивается, что семья не закончилась, что можно строить дальше. Так в нашей жизни появился Михаил Владимирович. Ему 40 лет, он работает слесарем в управляющей компании. Собака писала, собака какала, собака села и заплакала. Реально, реально села. Мама, похожа на... А, блядь. Мама похожа на Люси из «Гадкого я». Да, чуть-чуть, да, есть такой. Но у нее такая челочка, как у Альтушки, мне очень нравится. Арбуз или дыня? Всегда арбуз, никогда дыня. Дыня хуйня ебаная, сори. Говна поешьте вместо дыни, здоровее будете. Они получают 50 тысяч рублей в месяц. Единственное, что круто в дыне, это что иногда ее можно есть с прошутто. Но и то прошутто нахуй вкуснее без дыни. Месяц. Он хорошо относится к маме и к нам. Привет, семья. Все, отработал. Привет, семья. Эшкери, родные. Я голубцы приготовил. Ай, голубцы. Че, устал? Ну такая мама светлая, на самом деле добрая. Дыню ебать приятнее, но тут согласна. Арбуз заебешься есть, пока все косточки выплюнешь. Я глотаю, мне поебать. Фу, я их даже не разгрызаю, просто... Все. Люблю хозяйственное. Дома чистота. Че уплочено, то проглочено. Да, порядок. Ребятишки накормлены, напоены, обуты, учатся сразу. Это как гранат. Нахуя косточки гранаты выбрасывать? Взял вот так, чоп-чоп-чоп-чоп-чоп, все следующее. Этим их зацепило. Обычно мы с дядей Мишей... Кому не похуй на косточки? Вот именно, блядь, Катюнь, дай бог тебе здоровья. И дружим. И ругаемся, только если он начинает меня воспитывать. А Танька где? Нихуя уже, смотрите, и хлеб, салатик, блядь, помидорки, огурчики, сырочек, колбаска. У тебя от этого кишки застрянут. Да мне похуй, у меня понос беспросветный. Если у меня запор будет, дай бог, блядь. Охуеть, а вдруг у тебя самой арбуз вырастет, а потом тебя на передачу. Ребята, я родилашки, беди арбуз. Что мне делать? Это как в моей геройской академии, блядь. У всех детей, нахуй, нормальные способности, а у моего, блядь, арбуз он. И как мне его воспитывать? Кстати, после ебли дыня вкуснее на порядок, наверное. А, живу всю жизнь супер правильно. Да там хуже не будет. Таня, что есть у нас? Чем занята, как всегда? Сникерс или Марс? Я не люблю орехи, поэтому Сникерс, а Марс — это мой любимый батончик. Вот типа Марс и Твикс с соленой карамелью. Все, мне больше, я больше какие. Ладно, Киткат еще. Остальные я не люблю. Вот Баунти, нахуй, Сникерс, блядь, в пизду. В телефоне, в телевизоре одна работа. Мелкий Вей тоже странная хуйня, но он нормальный, если на день рождения вам, типа, кто-то в школе принес. Вот у нее. Таня! А что, матери не помогаешь? Прибраться что, не помогла бы? Я не для этого рождалась на этот свет, чтобы... Нихуя себе, а живешь ты в квартире, для чего? И ты 24/7 стояли. А, ну, как заговорили. Да. Ну, тогда глупцы не хавай, мама тоже не для этого на свет рождалась. Ты с учебы что, как с сессией готовишься? Готовлюсь, все хорошо. Ну, смотри, чтоб точно было. Есть у нее разбалованность, как бы. Мне нравится белый Сникерс. Я пробовала, был нормальный Сникерс, который вместо орехов, там рисовая хуйня какая-то, рисовые шарики, вот он нормальный. Я просто орехи не люблю. Да, голубцы не для этого нацветалось. Ебало, завалите, я хочу голубцы! Ебальники, офните свои грязные. Бана, так... Голубцы, пельмени, хачапури, хинкали, чипсики, Марс, Твикс с соленой карамелью. Вот это моя корзина, оформляйте мне ее. А это месть за пельмешки, блядь, пиздец. Лучше бы ты так честь и гордость своей семьи отставил, как свое желание пельмени поесть. Такая, порой какими-то моментами даже Юлю не слушается. Где-то... Мне приснилось, как в жизни был апокалипсис, и первым делом я побежала в магаз и забрала все батончики Киндера Молочный Ломтик, сука! Киндер Буэна мне сюда, нахуй, на базу все, блядь. Киндер Буэна мне сюда. Мне нахуй в жизни не надо ничего, кроме хачапури и Киндер Буэна. Приходится и помогать, поругаешься в пределах разумного. Ну, я, конечно... Я тебя тут поддерживаю. Рада, что я дядя Миша. Ну, они реально... Я зашла в перекресток, Киндер Буэна 300 рублей. Вы ебанулись, это две вафли. Реально, можно устроить апокалипсис, просто чтобы не зазорно было пиздить Киндер Буэна. 300 рублей, нахуй! Вы чё, ёбнутые? Вы чё, ебать, Чебоксары, блядь? Миша оберегает маму. Голый мужик ест
Кендер Буэна. Это просто пизда. Он голый, блядь, потому что он все шмотки продал, чтобы этот ебаный Кендер Буэна есть. Маму и Мишу с Машей. Но когда он лезет ко мне и пытается меня воспитать, меня это просто выводит из себя. Но есть один человек, которому от дяди Миши достается еще больше. Я в Турции мороженое Kinder Bueno ела. Оно очень вкусное, я ела. Оно вот такое нахуй, вот такое, блядь, вот нахуй. Но Kinder Bueno сам по себе вкуснее. Это мой парень, его зовут Никита. Это мой папа, это мой мама. Они поженились и появился Дейдарочка. Life in the trash, мама Никита. Где люди, которые со стриводомфы? Почему эти новички не приходят? Никита, ему 20 лет. Никита везде побрита. Он окончил школу и сейчас работает на детейлинге. Мой как отписаться? Машина и подготавливает их к продаже. Зарабатывает 15 тысяч рублей в месяц. Он просто офигенный. Я его люблю. Нихуя, это что такое? Я вот это очень хочу. Баф, твоя любимая, да. А это что, вот это во мне бахнете? Да, чудо, моя маленькая. Ты замерзла? Угу. На, попей. Кофе, давай. На, попей. Ты пролил. Куплю новую. Да пиздец. Ну, главное, что он... Ну, не могу, меня бесит. Типа, если о тебе заботиться... Блядь, что ты рассыпал нахуй? Эй, что пролил? Соки. Сука, я тоже хочу парня ебаного. Шлюхи, твари, 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 твари. Хеш. Это латте с говном. О, мой заказ. Привет, привет, медведь. Здравствуй, вармед, моя сладкая. Здравствуйте. Сама. Шпендик. Шпендик. Нужно... Рама 2x2, чтобы сначала он такой идет. Я видел, это из ТикТока звук, я поняла. Кстати, запомните мои слова, ему 20, ей 16. Еблан, еще я могу сказать. Всех убью, а потом я такая, ха-ха, я тоже с ним иду. За что я ее полюбил, это за грудь. Тани мне... НЕТ! Я только хотела сказать, бля, ну хоть не как тот, который сиськи жопа, пиздец. Я ее полюбил! Потому что она ходит, и там сисяндры, дрынь-дрынь-дрынь-дрынь, блядь, и я такой, бля, я с ней. Тебе 30, мне 15, на двоих нам 45, вау, ты не бритый, бородатый, и похож на моего отца, вау. Реально, даже нахуй не завуалировал, что типа... Душа у нее, блядь, гигантская. Две души, нахуй, не знаю, но какую смотреть, лучше на левую или на правую. Реально, сиськи, Как тебе, парень красивый? Ну, блядь. Ай, блядь, все нахуй. Следующий вопрос, блядь. Мне нравится, в первую очередь, фигура. Характер у нее, конечно. Ну, такой себе. Ну, хоть бы не сиськи, а фигура сначала сказал. Она его любит за рост, он ее за сиськи. Да пиздец. Мы познакомились с Никитой на сайте... Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорила мне, все, ты говорила мне, встань. Потом, наверное, устала и легла на диване. Я понял, это намек. Только лысый, что-то... О, блядь, сын Диппинса какой-то. Вообще не похож. Знакомств. Он меня позвал... Только Диппинс вспомнил, вообще не похож. Погулять. Думал так, типа, попользоваться там. Блядь, снова забыла, что Диппинс и мастеров это разные. И уже вот как-то до сих пор. Повнимательно посмотри, сын Диппинса только лысый. Да хуйня, вообще не похож. Ты что, ебанулась? Вообще не похож, блядь. Повнимательно посмотри. Иди нахуй. Вот вместе. Хотя хотел. Никита, блядь, у Никиты даже аватарки нахуй нет. Пепе Фрог себе стоит. То есть просто на один, на... Ладно, может чуть-чуть, но вообще не, ну вот точно не Дрейк. Ну вот вообще, он больше похож на Диппинса и солиста Турбина Туриста. Очень. Вот так я, может быть, согласна с вами поговорить. Очень нравится, что Никита ведет себя как мужчина, то есть он всегда поможет. Как мужчина, то есть, да, если у него спрашивают про мой характер, чем я ему понравилась, он не говорит, что я многогранная личность или что-то, что я его всегда поддерживаю, а то, что у меня сиськи гигантские и жопа большая, вот что, реально настоящий мужик. Где-то... Козья бородка, это пизда называется. Вот это то, что пизду сбрей. Держит двери, где-то поможет донести пакеты. Это очень... Ну я хуй знает, доставку Яндекс позвони, там таких дохуя. Янка, оцени Никиту по шкале от 1 до 10. Мне тяжело оценивать внешность, если я не знаю характера, потому что мне на внешность не так сильно она важна, как характер. Мне в моей жизни нравились, извините, если это говорить, но объективно, вот типа, блядь, короче,
конвенциально не супер красивые мальчики, просто потому что они были очень смешные. Поэтому его внешность, мне на нее поебать, он просто хуило ебать. Хорошее качество, я считаю. Потому что реально говоришь, мне сиськи ее нравятся, да бля, ебло свою закрой. На втором свидании Никита предложил встречаться. Ну реально, он просто, ну, он ебло просто, он ничего необычного, вообще похуй. Я была счастлива. Мы ну, типа, я даже в метро на него бы не посмотрела, а я метро часто-часто смотрю на мальчиков. Идем Янку к логопеду, меня тоже. Вы мне скиньтесь на логопеда, вот тогда поговорим. Вместе уже полгода. Давай, давай, давай. 10 из 12, выбирайте любую игрушку. Серьёзно? С этой сцены. Нихуя там не было 10 из 12, вы ебанулись? Я хочу вот этого мира. Раз, два, три, четыре, все, следующее. Можно его, пожалуйста? Его? Да. Мне просто оператор приплатил, нахуй. Янка, можно котенка пожмакать? Минус 2 балла тебе, еще одна такая хуйня в епку забираю. Довольно? Да. День, два, три. Пиздец. Гуляли уже, я уже ночевал у нее. А не это нахуй, это альфа-омега из Бетьёи, мам, которая... Нет, я не смог выиграть этого мишку, бро, я тебе все выиграю. Третий день отношений ему дала вот. И очень боялась за то, что после этого у него пропадет ко мне интерес, и он бросит меня. Но оказалось, что это не так. Правда, мама Никиты не воспринимает меня всерьез. Конечно, потому что он маме рассказывал, что у тебя сиськи большие, а не что ты, блядь, хороший человек. Ладно, я поняла, что хуже аниматоров в костюме белого медведя на день рождения. Татьяна Александровна, ей 42 года, она работает лаборантом в медицинской академии. Зарабатывает. Ребят, счетчик видите? Из-за ваших ебаных наград водичка я скоро обоссусь. Позови Янку на свой день рождения. Покормите меня нахуй, и я приду. Мне без подарка. Без... У меня нет денег, блядь. Все, я все деньги потратила Свете на день рождения. Ротик, офф. Хватывают 40 тысяч. Хотите обзор на подарок Свете? В месяц. С самого начала обо мне она даже слышать не хотела. Блять, горох разлетелся. Я предупреждала, что у меня нет воды, что ваши награды идут в никуда, вы сами виноваты. Кто появлялся? Я потому здравствуйте. Что... Здравствуйте. Миша Кукумбер, здравствуй! Миша Кукумбер, эшкере! Хайп, 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 хайп. Кто всегда говорила, что еще рано. Меня не надо со всеми девчонками знакомить, с кем ты там общаешься и легкомысленно там дружишь. Папу Никиты зовут Денис Алексеевич, ему 49 лет. Он живет за городом. Тетя Таня развелась с ним, когда сыну было 9 лет. С тех пор Никита с отцом не общается. Ну, в детстве у нас с отцом было трудно. Он мог просто, так сказать, черка какого-нибудь загнать. Че, черкаш? Просто так. И я стал гулять, пропадать из дома. Из-за этого я уже стал. Миша, пошути про котенка на футболке. Так, я писать, вы меня заебали. Я сейчас играла в Dress to Impress. Мне пришлось все бросить, чтобы зайти на стрим. Мишка Кумбер, хорошая отмазка, чтобы я тебе не ругала, что ты опоздал на час. Ну ладно. Тут 10 зрителей! Юпи! Юбилей! Юбилей! А нахуй один съебался! Нагита 11.037. Добро пожаловать на трансляцию, где мы... Временно в 16 и комментируем. Как видишь, мы больше комментируем, чем смотрим. Часть здесь здоровья. Тот самый Нагита Эдит. Нормально, нормально присосалась. Янка, привет, пупс! Анти-Андир, привет, 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 привет! Ха-ха, лох, я параллельно играю. Так ты в армии, понятно, ты это... Ничего. А, и не пишешь нихуя в чат почти. Таким, как волк-одиночка. Никиту вас... Волк-одиночка, иди ко мне, будем делать сыночка. Воспитывала одна я. Да, пизда. Тяжело было мне, да. С отцом Никит. А это что, 11.037, это манга какая-то хентайная? Потому что в мое время, если у чела Ники стоят... Ой, в Ники стоят много цифр, это обязательно код хентай какого-то. Меня забанили в Роблокс из-за того, что я в чате написала сосать, пока сучка. А, да, Dress to Impress не любит бичес, сори. Это мы прожили. А за гнилой базар, так и надо. У меня тоже напишешь, привет, пока сучка, я тебе тоже бан кину по приколу. 10 лет. На фоне всех бытовых скандалов я просто... Я очень боюсь, что сейчас начнется тоже тут, блядь, что-то грустно, потому что я в таком хорошем настроении, я не хочу, чтобы кто-то еще умирал. Ты помыл руки? Обязательно, я всегда руки мою. Пока, сучки, я в Геншин 2 дня подряд играю.
Волк слабее льва и тигра, но в цирке не выступает. Волк слабее льва и тигра, ну и понятно, с ним омегаверс рисуют дохуя. Главное, что мы живы, обязательно. Решила для себя, что нам нужно было расстаться. Мама Никиты не хочет со мной знакомиться, поэтому... Да, конечно, у него этих, извини, пожалуйста, за слэшиминг, шалашилок, вот так, блядь, меняются они у него. Ты опять рекламишь ТикТак, обязательно. Не, есть игра, не Мэтт. А, Леон, я вспомнила, все, ебальники закрыли. Все. Да, я знаю, блядь, тот самый Ноги то Эдит, который... Что-то... Corrupted, but he is far away. Yes, I like тик-тик-тик-тик. Все, отстаньте! Я шарю! Ебальники на ноль, молодежь! Сука! Завалили, ёбла! Грязные свои! Сука, блядь, с седьмого класса стоит, там нахуй ничего, он порванный, без молнии, там ничего нет уже. Просто стоял, блядь, 4 года, ждал своего звездного момента. Янка, иди. Янка, сколько у тебя отношений было? Вот столько, нахуй, расширение территорий. Позершу позор. Поэтому у него дома мы никогда не встречаемся. А вот моя мама отнеслась... Сука, гирлянду отдай, у меня такая же есть. Никите хорошо. Когда они познакомились, дяди Миши в нашей семье еще не... Сука, я не могу, вот как так? Просто реально 4 года стоял, и раз в жизни, сука, как он в сексе может пересмотреть? Но он же реально просто обдрочится, какой красивый. Это просто охуеть, ребят. Я вернусь, блядь, в Данганрон поебаную. Может, даже летсплей по играм посмотрю. Я смотрю аниме, я очень крутой. Мама, смотри, я как Наруто. Да, пересмотри. Я сейчас пересматриваю мою Мэйгюровскую академию, отстаньте. Что это было? Не было. Никит... Что это стало? Hello? Hi, Тодороки, this is my mom. Hi, mom, this is my Тодороки. Hi, he's Тодороки. Объебитесь! I can't stop thinking about... Бакко-ко, тан-тан. Что-то, блядь, такая хуйня там была, чё? Hey, you, hey, listen up! Кацки Бакко, is not the monster! Отъебитесь, у меня сейчас вот эта фаза. Я не могу, я каждый вечер, нахуй, перед сном выбирашки моей Геройской Академии смотрю. Отъебитесь, я жалкий человек, у меня нет в жизни, блядь, ничего хорошего. Ооо, 11 зрителей, уже 10. Да потому что listen up, UA, Кацки Бакко, is not the monster, он отсеивает всех этих ненужных. Лучше посмотри прохождение, просто там наги-то больше раскрывается. Да я хочу сама пройти, но это, бля, сложно, пиздец. Соль, это считать надо. Чё, ебанулись? Кое читать, нахуй. Янка, чья причина тебе больше всего нравится из моей геройской академии? По-моему, сейчас Манома его зовут. Это чел, который пиздит причуды на 5 минут, вот у него круто. Я смотрю выбирашки по стримерам. Я не буду признаваться ни в чем. Это много помогал маме по хозяйству, мог что-то починить. Но на самом деле, если мы прям про геройскую академию раскрываемся, прям, ну, прям вот так я с вами, как с семьей своей, буду разговаривать, даже ближе, потому что я никому об этом не рассказываю. У меня есть персонажи маленькой русской академии, которым я продумываю сюжет, у них есть способности, у них все, ебальники закрыли, все, нахуй, не продолжаем эту тему. Нить, ей это очень нравится. А я смотрю выбирашки стримеров, мне в реках постоянно попадается «Собери новое имя». Ой, вот это «Собери имя» мне пиздец не нравится, вот это вот хуйня ебаная. Нравилось. С тех пор Никита часто у нас... А вот где? Кто встретил тебя на вечеринке там? Кому-то сразу не понравился, вот это очень смешно. Гостил и даже оставался ночевать. ДК пошел нахуй, блядь, говорю, я ему не понравилась. Хуй в глотку себе запихни, если я тебе не нравлюсь. У меня тоже есть фанферс, но я не буду говорить, в каком ФД. Да, навалила кринжа. Я сейчас навалю вам нахуй прямо на стол. Видите, у меня там пустое пространство. Я сейчас говна туда навалю, если будете много выебываться, блядь. Пуки-каки сейчас полетят. Высокий, красивый, такой статный парень. Он мне понравился, голубоглазый. Я смотрю, блядь, и мама, и дочка одинаково. Мама говорит, ой, дочка говорит, что тебе нравится в парне? Она говорит, он высокий. Мама говорит, да вроде нормально высокий. Огородный, можно сказать. Мы ходили куда-то вместе в магазин. Он там... Али, про кого... А, нет, все, про парня говорят, все точно. Тиль, давай это... Не зря я вашу нарезку в ТикТоке нашла. Ноги-то я тебе хуй сосу, блядь. Значит, ТикТоки работают. Спасибо! Спасибо, значит, ТикТоки работают. Потому что это хуйня, пиздец, блядь. 2 лайка, 200 просмотров. Ебать.
маленький, закройте окно, нахуй банит меня. Спасибо, Нагита, дай бог тебе здоровья. Значит, Нагита, 3 смешные шутки в чат пишешь, я тебе випку дарю. Если завоевываешь мое доверие или ты просто смешной чел, я тебе даю модераторку. У меня вот так все работает. А, у меня тоже есть того, где Вилема зовут Вилем. Отстань, его не так зовут! И это вообще другой персонаж. Блять, совершила ошибку и рассказала Хебеш про наших персонажей со Светой, блять, и показала его. Просто позорище использует после против меня еще имя неправильно пишет, уебанщица. Но это же правда поебот, кому-то реально интересно, какой набор букв получится из выбора. Вот реально про набор букв вообще поебать. Вот рандом это прикольно весело. Мать сейчас парня уведет, да. Но страть у себя в комнате не хочет, хочу. Да-да-да, выбирашку по типу, ты попал в вселенную стримеров, они интереснее. Хорошо, сейчас придумаю. Нет, за анекдоты я не даю, это нужно просто в контексте быть. Янка, почему боишься беременности? Я не хочу рожать, я не хочу ответственности, я не хочу детей, я боюсь секса. Ну что, блядь, раздеваться надо? Вы что, ебанулись, блядь? Я даже дрочу под одеялом, блядь, просто вот так. Хоть бы, блядь, быстрее, блядь, закончилось. Нет! Не, нахуй оно надо, блядь. Зубы могут выпасть, сиси отвиснут потом, блядь, целлюлит, растяжки. Нахуй, что-то не так, блядь, при родах пойдёт. Бля, в пизду, нахуй. Да ё-моё, у меня кот, что-то хочешь, я отойду на секунду. Коту привет передавай, пожалуйста, я его люблю. Фотку в чат, даже дрочить страшно. А вас опалили за мастурбейшеном в детстве? Потому что у меня были пару ситуаций. Сумочку. У меня паническая атака от слова беременности. Отменяйте это слово. Мне не нравится вообще концепт нахуй беременности, что у тебя кости расширяются, что ты из вот такой дырки, извините, пожалуйста, вот такое ебло родить должна. Меня ебёт, блядь. Меня нет. Вот, блядь, у Мишку Кумбера своя атмосфера. Я 3 раза роды у собак принимал, пиздец. Ай, типа, полили, не полили. Меня полили. Я уже кучу раз рассказывала эту историю, ладно, не буду рассказывать. Но если Нагита спросит, эх, Янка, расскажи, пожалуйста, эту историю, я только ему расскажу. Или ей, наверное, ей. Мне несет везде, и дверь откроет. Ну, не парень, а золото. Михаил же с Никитой не подружился. Не парень, а золото, типа, скоро в цене упадет, ребят, фиксируем прибыль. Жился. Отчим с первого... Экономические мемы. Меня настраивает. Нагита, спроси, пожалуйста. Я не знаю, вдруг я во сне дрочила и меня спалили. Вот я хз... Было, сори. Нам еще рано, нам по 5 лет какая мастурбация. Мать парня в дочери сейчас уведет, да? Маму против моего парня. Вы что, откуда и куда? Ночевать. А он-то почему здесь будет ночевать? Он будет ночевать со мной. Охуяли, это моя... Ну, если бы я была родителем. Это моя хата, у меня без моего разрешения никто ночевать не будет. Ходите ебаться, идите ебитесь, но не у меня. Не будет дома, пусть свободен, все. Девка молодая есть, машина теща отдает, квартира, пожалуйста, есть. Верно, я девушка. Так вот, воспалили за дрочкой? Очень странный вопрос для первого знакомства, но Нагита, у меня как раз для этого есть история. Знаете, на Ютубе, когда ты нажимаешь на ролик, который 18+, и из него нельзя перейти ни на предыдущий, ни на следующее видео, ни даже в предложенных, ничего не высвечивается. Так вот, в какой-то момент я на... Яна, меня зовут Яна. В какой-то момент я вечером хочу заняться мастурбейшном, и мне очень лень переходить на порносайты, и я, естественно, вбиваю в Ютубе. Ну, что интересного есть? Там попадается какой-то BDSM ролик с BTS ребятами. Я его даже не успеваю посмотреть, и заходит мама в комнату. Типа, хуй ты тут делаешь? Я вот так, оп-оп, ничего не делаю! Я тут нет вообще, блядь, телефон выключила. И мама такая, показывай, что у тебя там. Показывай, что у тебя там. Открывай свой телефон, показывай, что там. Я 10 минут. Нет, не буду. Мама, пожалуйста, не трогай мой телефон. Мама, мне очень страшно. Не надо, пожалуйста. В итоге я разблокировываю свой телефон, а там ролик Crazy Mega Hell и Юлик реакт на желейного медведя Валеру. А нельзя было переключиться. И мама такая, что это за хуйня? Что ты, блядь, боялась мне это показывать? Я, но они просто матерятся, и вдруг они шутки какие-то непотребные расскажут, а я их не понимаю, поэтому боялась, что ты меня заругаешь.
Прикиньте, меня Бог спас, блядь. Нельзя было переключиться ни на один ролик, это было невозможно, а тут вот и хуйня. А, я слышала, а ты рассказывала. Так вы ебало завалите, я же не для вас рассказываю, для Нагита Бляска. Вы что, охуели, твари ебаные? Я на ты рассказываю, я слышала уже. Послушайте это и идите нахуй. Ну так, вдруг вы этого не слышали раньше, уебаные. Напоили, накормили, спать. Где у меня, блядь, взрывчаты, нахуй? Вы ёбаетесь, да хуя, всё! Сдавай, шансу! Вот вам, блядь, второй раз, блядь. Алло, здравствуй, 415-я база, блядь. Давайте сносите нахуй этих долбоёбов. Всё, блядь, прилетели. Всё, Нагита, я надеюсь, тебе понравилось, блядь. Надеюсь, это стоило моих унижений. А я хотела тебе задонатить, блядь. А я хотела, чтобы меня уважали на моем же канале, ёпта. Меня очень бесил ажиотаж 2020-м вокруг Кокичи и Нагита. Я была его частью, мне было поебать, сори. Кокичи в президенты, я даже не знала, кто это, нахуй, прохождение не смотрела. Пожили, все. А жизненного-то как бы опыта, ну, такого-то нет, ну, скользко. Ты из меня палец юмор вытаскиваешь. Я из тебя, знаешь, что вытащу? Кишки сейчас. Ха-ха-ха, жизнь у меня только что. Так же было, у меня только друг в ТГ, мы присылали по рофлу 18+ стримеры, стикеры, и еще... Сука, ебало, закройся, я чат читаю. Я еще YouTube смотрела, и там была история про лесби. Вот мама заходит и такая: «Ча, прячь, показывай, что женихи пишут?» Я показываю, там YouTube шорты убрались. Можно сказать, меня тоже Бог спас. Вот я тебе руку сейчас жму, нахуй. Извините за большой текст. Хэштег много букв. Человек. Не, нормально, я тут с тобой, подруга. Я, мы тут один человек с тобой. Я, ты. Как бы вот. Порно Накида Камайда. Ну, отчиму придется. Я все еще помню, как его зовут, блядь. Мой. Изменить свое мнение и наладить общение с Никитой. Уроды, тот же Леон лучше. Поебать на этого Леона, сори, нахуй. В первой серии умер, блядь, пока его. Простите, но я любила читать постером Данганронпа с какими-то квадратиками, движущие на фоне. Было, сори, было. Ведь я жду ребенка. Ого, а скоро он придет? Не, Селестия лучше. Как это, Селестия запривачена, гнида, блядь, вот это? Адам Эквестри, извините, отмена шутки. Бля, мы час 15 смотрим 15 минут роликом. Вам вообще нормально? Мне в кайфе, а вы как? Когда я узнала, что я... Обязательно зовите своих друзей на стрим, чтобы мы еще дольше делали реакт, ёпта. Я приемный ребенок, это не самое лучшее. А, про приемных детей мы не будем смотреть, мне грустно слишком с этого, сори, извините. На я тоже хочу, чтобы у меня было, бля, вот... Извините, можно? Нет, нельзя говорить. Все, я передумала. Все, я ебало закрыла. Первый раз у нас с Никитой случился у меня дома, когда дяди Миши еще не было и мама души не чая. Имба, зато под твой стрим играла в Нью Карнивал. Моя! Моя! Сука, я хотела обратно скачать, нахуй, меня не пустила. Моя родная! Я когда была в Таиланде, там заблокировано все порно, ни один порно-сайт не открыт, ни один телеграм-канал не открыть. Нью Карнивал меня спасал, блядь. Сцена там как раз была с этим рыжим, который только-только вышел на этот момент. Бля, буду нахуй, я с тобой, сука, моя аудитория, блядь, все набираются, мои родные, блядь, на сходке будем играть. This could be us. No fucking way, bro, no fucking way. He's 26, 16, she's pregnant. No. Элла, Никита. Я пошел в аптеку, удачного стрима, за гандонами пошел. Смейтесь над ним, блядь. Гематогенку захвати. Она всегда разрешала ему оставить. Хватит дрочить на обычное порно. Да, ребят, дрочите на выпуск, который... выпуск аферисты в сетях, который называется «Лесбиянки атакуют». Извините, блядь, с 7 лет иногда смотрю. Ладца на ночь. Первый секс. Он мне жопу лапает, пиздец, нахуй. Это же, ну, какую-то, блядь, эротику вы мне уже показываете. Не надо такого, блядь. У нас произошел под фильм «Ужастик». Мы его только включили. И она начала ко мне прикасаться до такой степени, возбуждать меня. И я не удержался и говорю: ну, давай. Пиздец, фу, позорь, пошел нахуй. Ой, я сейчас... В лес пойду, чтобы кота кормить, пиздец, друид, нахуй, в чате. И когда включу мобильный нет, то подключусь снова, пока. Давай, целую тебя. Оператор не умирает от страха, поебался. Прикиньте, вот этот чел, который снимал, ну там же по сюжету в реальных упырях чел документалку снимал, прикиньте, испугался вампира и такой...
попробуем. Она согласилась. После этого начали чаще и чаще. Мама понимает. Чё, чаще? У меня вон в чащу, нахуй, Нагита пошла кота кормить. Пиздец, кота в лесу кормить. Там просто, блин, стаю волков вот так кормом насыпает, нахуй. Что у нас уже серьезные отношения и все по-взрослому. Ох, блядь, как амбиция. Мы у меня уже не маленькие. Насчет предохранения. Я не хочу никаких детей, мам. Я не хочу предохраняться, мам. Мне это... Да, потрахал, ушел, гифка, она такая смешная. Мам, ты же знаешь, что, ну, не хочу вот... Мам, ну ты же знаешь, блядь, презервативы дорогие, таблетки, гормоны меняют. В пизду, как кончит, так и кончит. Это вот пеленки, распашонки. Случаи бывают разные. Если что-то понадобится, я сама вам лично... Годжо, тебе... А, нет! Я не буду это читать, я не буду это читать. А, там Андер, хорошо. Годжо, тебе клубнику или банан? Антиандр, клубнику. А куда ты собрался? В аптеку. Антиандр, а ты аскорбинки возьмешь? Годжо, презервативы. Зайдите в Телеграм, кину эту имбу. Сейчас зайдем в Телеграм быстренько с вами. Давай, ждем. Где у меня шлюхи? Тут ничего нет, ты еблан, а... Ребят! Ребят, зайдите на зайдите в телек вам, имбу скину! Ребята, смотрите, имба какая! Ребята, смотрите, сделал тайм-код и скриншот! Ребята, смотрите, блядь, обоссаться! Вообще просто, вершина юмора, братва! Я схожу и куплю. Потрахал чек ТГ! Мы сами справимся в этом. После первого полового акта мы с ним предохранялись, как бы контролировали это все. Потом мы просто с ним забили, и мама пусть сколько хочет, столько и говорит. Мне вообще... Я даже... Да мне вообще поебать, я уже решила, что рожать. Не боюсь, спать станет без... У меня так стрим подвис. А, соболезную. Презервативов, то, что я знаю, то, что у меня есть реакция. Но из-за проблем... Ну вот нахуй, кейсером, киберспортсменом парень точно не будет. С отчимом нам с Никитой негде проводить время вместе. Мы просимся в гости к друзьям или встречаемся в подъезде. Все это неудобно. Я решила, что нам нужно отдельное жилье. Никита нашел квартиру. Правда, маленькую и далеко за городом. За 11 тысяч рублей в месяц. К чему? У него 15 зарплаты. Вы как на 4 тысячи жить собрались? На лучший вариант его зарплаты не хватает. Мама не хотела меня отпускать, но я ее убедила. Нихуя, хата-то нормальная. Чего у тебя? 14, это вообще, бля, хорошая. Так много барахла, скажи, пожалуйста. Ну я же девочка. Я же девочка. Нравится тебе? Ничего, потом денег заработаем и переедем в лучшую квартиру. Да хорошая, нормальная. Я тоже очень сильно рад, то, что мы съехали наконец-то. Пикми. На пикник. Твоих родителей. Теперь они не будут доставать. Сейчас, погодите. Вова Слабкова пригласила, простите, пожалуйста. Раз наши отношения с Никитой развиваются и родители не готовы это принять, пока что... Ой, так резко поебать стало, извините. Nike Pro, ты пропустил, когда там вначале показывали кроссовки, и я шутила про Nike Pro, ты все пропустил. Кто такой Андер? Анти-Андер — это чел из чата. Придется... жить в каких-то дебрях, быть в не очень хороших условиях, но мы поднимемся обязательно. Как только мы съехались, Никита каждый день зависает с друзьями, не ночует дома, сбрасывает мои звонки и часто приходит... Миш Кумбер, ебло, закрой свое грязное. Под утро пьяный. Раньше он так себя... Ну вообще реально, он же так и сказал. Когда у него спросили, за что ты девочку свою любишь, он так и сказал, нахуй фары слепят. Не вел. Что за издевательство? Я полночи не спала, тебя ждала. Я хочу роллы. Иди, вали к своим друзьям. Да, отъеби мне. Я забыла, что мы смотрим. Мне каждый раз, вот каждый раз именно на 20-й минуте меня поебать становится. Ничего нахуй не меняется. Ну тогда с ними же. Да не про девушку, я про парня. А парень что, мне вообще поебать. У него одна фара, это, блядь, полулысая башка. Дай пирожку. Квартиру снял я. Вот нахуй мои рекомендации. Делерон, нью, лаки-блоки, нахуй. Будут слушать. Я
Из-за тебя в эти условия переехала. И чё? Чё не нравится? Не нравится мне здесь. Мне очень хочется вернуться в то время, когда наша жизнь была разнообразной, мы куда-то ходили. Бабок нет, подруга, всё, вот столько нахуй. Но... Всё на хату уходит. Всегда было. Давайте лучше лаки-блоки. Чем заняться? А сейчас, к сожалению, у нас только в голове бутылка пива и кенты. Теперь я еще и заболела. А КС-очка где? Ужасно болит желудок. Или дота. И часто тошнит. Я рассказала об этом маме, и она повела меня к... Нихуя мадам Ред была. Видели эту шпионку? Врачу. Которая французский мультик какой-то секси. Вот здесь. Все понятно. Все понятно, блин. Ну что ж, тогда вставайте, одевайтесь. А я сейчас вам сделаю заключение. Какое заключение, да? Я молчу! Какое заключение? Я ничего не делала, блядь! Я молчу! Извините, извините, залагала, бывает. Врач поставил... Спойлер, у нее гастрит. Не диагноз гастрит и выписал таблетки. Сейчас бы пиво и кентов, сейчас бы сухарики... Хочу квадратные сухарики кириешки, сухарики фишка, сухарики как еремина, которые с чесноком. Очень и хочу миринду. Теперь мама будет отчитывать меня еще неделю, наверное. Ребят, давайте оформим мне корзину нахуй на Яндекс.Лавке, чтоб мне сейчас приехало все это. Не. Вы вообще чем питаетесь-то там? Спермы, нахуй, чё ебанулись? А чё этот доктор ничего не сказал? Думаешь, на его зарплату особо пошикуешь? Чё там? Сухарики, чипсы. Сухарики! Переезжай домой тогда. Ладно, мам, я подумаю, разберемся уж. Слушай, давай я тебе денежку перекину на карту. Сходи. Мне в такую жизнь сухарики, чипсы, пожалуйста. И продукты. Мне очень стыдно, что приходится брать деньги у мамы. Я думала, что он как мужчина возьмет ответственность за меня. Чипсы стоят 100 рублей, это уже шикарно. Я чипсы не прошу, они слишком дорогие. Вот именно сухариков мне бахните, пожалуйста, ребят. Обеспечить хорошее. Реально, вот я хочу быть крутой стримершей популярной, чтобы, знаете, вот кто так делал. Что-то по Японии ходил братишкин и такой на QR-код, на какие-то автоматы, типа, оплатите чат, чат оплатите, и ему дохуя игрушек купили. Почему нельзя, блин, чтобы мне просто кириешки нахуй купили, ребят? Жизнь, сука, а? Хочу миллионы зрителей просто, чтобы, ребят, у меня открыт почтовый ящик, накидайте кириешку, пожалуйста, и там просто говна мне накидали. Как незаметно поправить член, нахуя незаметно, ты чё, ебанулся, взял его так гордо, хоп! Pull up your pants, you loser. Ладно, говоря, адрес пришли посылку с сухариками. Ему этого все не надо. Гуманитарная помощь. При этом Никита очень ревнивый. Когда я встречаюсь с подружкой, он названивает мне каждые 15 минут. Мою лучшую подругу зовут Диана. Она моя ровесница. И мы дружим... Пиздяки, там десерты охуенные в Чите. Надо съездить туда. С 14 лет. Банка с соленой карамелью и хуйней какой-то. Обдрощиться же можно. С тех пор, как я живу с Никитой, мы с ней еще ни разу не смогли пообщаться спокойно из-за его контроля. Как на личном. Все клубнично. Все публично. Да, блин, такой, таким стал. Он, блин, ходит куда хочет, а я вот как собачка вот так сиди и жди. Мое мнение. О. Ты вообще где есть? Я в кафе. С кем? С Дианой. Ну докажи мне, видео тогда включи. А я что, отчитываться? Слушай, ты ебло свое позорное, закрой мне. Обязана. Все, на 20-й минуте мне всегда поебать становится. Конечно, ты со мной в отношениях. Альфа, реально, вот так. А слабо вот так футболку разорвать, ребят? И что? А, вот как ты заговорила, да? Ну тогда... Пизда. Общайся с подругами и живи с ними. А я им буду... Это как в ТикТоке. Ты все время с своими подругами, ну и ебись с ним, и с ними со всеми, и там, что типа, не стоило разбрасываться словами. Я-то тут, если ты со мной жить начала. Все. В отношении... Все, иди пиво с кентами попей, доебал. Нет, я собственник этого человека, а не кто-либо. Если в только... Ты даже квартиры, нахуй, не собственник, ебан, 14 тысяч, нахуй, за однушку. Мое, значит, мое. И поэтому я... То, что твое, то, нахуй, в горшке насрано, все, больше нет ничего. Контролирую Таню. Схватил за запястье. Никита, Альфа, ты куда? Ухмылка. Или
I told you to tell me, because I can't protect you when you're not here. Zeus, you're hurting me. What have I done? Don't ever make me just, блядь, hit you again. Где, с кем, когда, зачем, почему? Это... Бля, и что, где, когда, посмотри, может, посчастливее станешь. Ненормально. Нужно учиться доверять, потому что без доверия какие могут быть отношения? Без доверия. Не такой же. Извините. Жизни я с ним хотела. Я думаю собрать свои вещи и уйти к родителям. Доверять свой дом чужим людям – это всегда риск. Кто знает, как они относятся к вещам. Пчи, блядь. Может, они решат дорисовать усы Моне Лизе, а робота-пылесоса разберут, чтобы предотвратить восстание машин. Но героя разрушат. Да, не бесит меня. После очередного скандала я все же ушла. Живу у мамы уже 2 недели, Никита часто звонит, но я не хочу отвечать. Я познакомилась красивая в соцсети с интересным парнем Русланом, ему 25. Мы переписываемся почти каждый день. Он серьезный, внимательный, заботливый. Я решила встретиться с Русланом, потому что я конкретно решила... Ай, блядь, если это нахуй Никита, под камуфляжем, будет пиздец весело. Поставить точку с Никитой. Но свидание пришлось отменить. С утра мне снова стало плохо, болит голова и тошнит. Я вдруг поняла, что у меня задержка уже несколько дней. Я побежала в аптеку за тестом на беременность. Это девушка Руслана СМС, я не выкупила, сори. Ну это вообще... какой-то просто. Я вообще хотела закончить с ним отношения. А тут эти две полоски. Я теперь не понимаю, как... А тут эти две полоски. И я вспомнила, что у него 3 полоски. И поняла, что это судьба. Извините, нужно было в магазин заскочить. Берите нахуй пример с Нагита. Правил девочка совершенно не знает нашего канала. А уже, во-первых, извинилась. Во-вторых, причину назвала. В-третьих, поздоровалась нахуй 3-й раз. Просто Нагита. Я тебе только за это випку даю. Потому что даже не зная о правилах, ты их соблюдаешь. Моя родная. Дай бог тебе здоровья. Все заслужила. Кайфуй, подруга. У меня нет никаких приколов для випа пока. Придется подождать. Как мне будет дальше? Ой, как же лагает. Сейчас починится все. Я запаниковала. Поэтому первым делом хочу посоветоваться с Дианой. Короче, ты сейчас... В общем, я беременна. Реально? Да. Она так на инстасамку похожа, не могу объяснить. Я не знаю, как сказать об этом Никите. Я вообще никак не планировала с ним семью. Ну и что делать будешь? Я не знаю, что делать. Извините, я уроки сделала. Ну, счастья тебе, здоровья, Катюня, блядь, школота ебаная. Ой, спасибо, все для тебя, родная. Мне не нужны... Но знай, что к випам особые отношения, я их нахуй посылаю гораздо чаще, чем обычных людей. Будь готова и не обижайся. Знай, что чем сильнее восходит Сошу, тем сильнее я вас люблю на самом деле на своем канале. Дети, ну вообще. Ну ему точно стоит это рассказать. Ну иди со своими подругами трахайся. Не нужно было бросаться словом. Ты что, ебанулась, блядь, хебеч? Я это шутила сколько, 7 минут назад. Ты чё, ёбнулась, блядь, хебеш? Или ты для ноги ты нахуй пересказала прикол? Ты чё, бля, в ахуе? Что у меня с модератором, блядь? Не знаю, честно, как Никита отреагирует. Мне кажется, он... Да, пизда. Скажет, что мне это всё не надо. Я хочу тусоваться. Опа, постараюсь вип получить. Ты чё, ёбнулась, блядь? Что с людьми в чате, нахуй? Что? Одна повторяет шутку, которую я 7 минут назад повторила. Другая говорит, постараюсь випку получить, когда у неё уже вип, блядь. Вы чё, ебанулись, нахуй? Вы чё, пиздец? Алло, блядь, посыпаемся. Я понимаю, сколько, блядь, у меня 19, у кого-то 20, у Миши получается 23 часа. Ебальники свои просолили, кофеечек налили себе. Теория мертвого интернета. Пиздец, у меня в чате нахуй на Твиче. Ай, деточка, ай, как танцует. Многие в возрасте даже ходить не могут, а она вот как пляшет нахуй. Срочно отдавать девочку на танцы. Или вот эти, блядь, где AI generated картинки с Иисусом, блядь. И все в чате пишут, аминь, блядь, не пиздец. А Янка стримит, а Янка сейчас вскроется в GTA RP. Ужас, простите, я не могу отвечать из-за того, что в лесу интернет плохо ловит. Никита в лесу, в бункере сидит. Счастья тебе, здоровья, моя родная. Никите я пока говорить не... Моя хорошая, на ютубе будет перезалив обязательно.
YouTube канал в описании, либо просто тоже Янка Валерьянка пишешь, там перезалив будет. Не хочу, но вот родителям сообщить придется. У нас ЧП. А что за мем в ТикТоке был? Куникина, у нас ЧП. Я поймал кота печи. Где? Я не могу. Мне револьвер нужен. Простите, я продалась. Как хорошо, потому что это значит, что вы этого не слышали, блять. Коба подрубила. Напиши ник, мы потом ей рейд кинем. Ты прикалываешься или что? Нет. Ты прикалываешься или что? Я только нахуй постирала эту кофту, а ты на нее обоссанную палку положила. Эх, постараюсь лишиться бодрки второй раз. Да, спасибо, я услышала. Все, это кайф. Это правда. Таня, будем делать аборт. Аборт однозначно дочь. Никакой мамы. Мам, я вообще не хотела детей. Лет до 30. А ты вообще потом... Чуя, ох, это чуя, ох, как хочу я тебя увидеть. Сейчас посмотрим, это, я быстро посмотрю, что это за девочка, чтобы посмотреть, кому рейд кидать. Быстренько, извините. Парывкина ебло закрыла свою грязную, не с тобой сейчас идет разговор. Просто, чтобы не забыть. Я взрослый, а не маленький, 170 зрителей. Чат только вот для фолловеров, поэтому пиздец, я это вот грубо. Я такое не люблю, я подумаю. Ну ладно, у нас, я не знаю, я подумаю, ничего не обещаю, возвращаемся. Хочешь без детей остаться или что? Не знаю, не хочу я детей. Конечно, я сейчас в панике, я в ужасе, мне просто нужно прийти в себя, но... Коба — это девушка Мазилова, это она? Это она? Это Ксюша, девочка Мазилова, вот это? Я того человека открыла? Офигеть, я думала, у нее красный волос. Я против аборта. Хороший. Я абсолютно против аборта. Нет, это моя девушка. Ты еблан, нахуй нельзя никогда так делать. Если человек уже в отношениях, нельзя нахуй не писать, не говорить, бросай его, встречайся со мной. Даже в шутку, вы что, ёбнулись, блядь? Я не позволю. Позорники в чате. Позволю. В этот же день мама записала меня в клинику на УЗИ, чтобы подтвердить беременность. Поздравляю. А что с микрофоном, блядь? Голосовой записала. Да в эту неделю мама записала меня. Я у вас вашему гастриту 8 недель. Это очень смешно. Это из доктора Хауса. Хуйня вот это. У вас паразит во многих штатах его нелегально удалять. Что это за паразит? У него ваши глаза. Мы посмотрим сердцебиение. О, пипец, мама тоже как будто медсестра, смотрите. И состояние эмбриончика на сейчас. Эмбриончика. Кто там нахуй алюминиевый лист? Вот так скунь-чкунь-чкунь. Сердцебиение определяется, на сейчас с ним все нормально. Я вам отдам заключение УЗИ. Вы идете к гинекологу. Ну вы хоть пишите, когда смешно, когда не смешно, блядь, мне как это понимать? Вот почему у меня чат не как у крутых зрителей, не как у крутых стримеров, где в ТикТоке все пишут: стример просто дышит, чат, ахахахахаха. Ребят, давайте нахуй спам-программу подключайте, чтобы каждую секунду у меня ахаха было в чате. К гинекологу и встаете на учет. Когда я вижу этот маленький комочек на экране, то просто сердце разрывается. Я увидела в ребенке смысл. Аборт я делать не буду. Блин, какой в ребенке смысл? Ты нахуй смысл не могла найти в упражнении 286 по русскому языку, прочитать стихотворение, проанализировать его. Какой смысл хотел донести автор? Конечно, я не брошу своего ребенка. Как смогу, я буду помогать, я буду тянуться. Это, не знаю, внук молодец, или внучка. Молодец, Мишенька умер. Где это все остальные? Моя радость, это просто моя будет отрада. Мармет, родная, моя родная. Впервые за долгое время мама не пили, да поддерживает меня. Нагита тоже добрая, тоже лайк. Вернувшись домой, мы решили сразу рассказать всем о моей беременности. Я боюсь реакции дяди Миши, потому что он ненавидит Никиту. Ну рассказывай, что тянуть-то? Я беременна. Почему у нее написано на майке «Рождена в 90-х»? Это неправда, блядь, это неправда! От кого? От Никиты, что ли? Ну нет, от соседа. Конечно, от Никиты. Бля. Так и чё надо? Бля, вот это, бля! Блять! Никита... Бро, какую эмоцию мне на это юзать? Идите сюда, чё, маму надо как-то знакомо решать. Не, вот это действительно, слушай, с мамой... У меня сейчас надо, я сейчас в конвертик разложусь.
Надо как-то же сообща. С мамой надо знакомиться. У меня вот этот пацан был моим зрителем потом. Ну что когда теперь? Ему, когда ему 18 исполнится, потому что я не могу при маленьких детях шутить шутки. Кстати, Никита, напоминаю, тебе 18 лет, но ты младше 25. Сделаешь ты. Какой конвертик? Да, блядь, письмо хочу отправить голубями, извините меня. Миша. Значит, ну, сама судьба такая. Помогать будем. Ну, просто я хочу, чтобы в этот процесс Никитина мама влилась. Смотрим. Там просто слов нет на них. Ну, а что она малолетняя, как бы, у нее по ушам проехался, там, сказок, такие горы понаобещал. Все. Мой родной дядька. Все. Что поделаешь теперь? Набор же не... Блядь, так обидно, что еще нахуй весь сюжет впереди. Я бы уже на этом моменте, да, все в пизду, все понятно. Не погонишь. Ой, Ялка насмешила. Ой, дед смеял. Куда нахуй? Алло, 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 блядь. Алло, 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 алло. Алло, 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 блядь. Вернули трансляцию. Вернули трансляцию, ебланы. Я все вижу. Какой нахуй нестабильно? Мама твоя... Ой, не надо про маму уже говорить. Ребенок. Что случилось? Камера умерла. Все починилось. Все, у меня все показывается. Ну, на секунду. Ну, на секунду не считается. На секунду не считается. Жалко. Вырастим, поможем. Я решила. Ну, блядь, Максим нахуй скачивает трояны какие-то. Максим скачивает игры постоянно, интернет вот так. Вы меня извините, пожалуйста. Решила вернуться к Никите и дать ему шанс исправиться. Он даже... Ой, макароны хочу! Купил нормальную еду для меня. Но спагетти, блядь, по-флотски нормально? Тоже заговорить с ним о беременности мне трудно. У меня новости. Поздравляю. Станешь папочкой. Папочкой. Папочка, передай, пожалуйста, соль. Мой отец и парень тянутся за солонкой. Я. Ой. Смешно. Ну, хватит обижаться. Ну, как мы здесь будем? Опа, 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 опа. Крейзи Мега Хилл в счете. Здравствуй, Эшкири. Хай, салам, привет, привет, привет. Брат, привет. Салам алейкум, алейкум салам. А что тут такого? В этой халупе. И работа твоя. В этой залупе. 15 000. Гетерокринж. Не называй меня господином. Зови меня папочка, не ошибешься. Я. Папочка, передай, пожалуйста, соль. Мои папа и пятый из Академии Амбрелла тянутся. Я. Ой! Ты дофу копируешь? Схуяли! Схуяли! Обоснуй! Месяц. И что? Что не нравится? Я найду лучше работу тогда. Ты понимаешь, что это ответственность большая? Отказаться от него? Я не знаю. Я не могу! Она тоже это смотрела. Это беременна в 16, его все смотрят, вы еще ебанулись. Это как нахуй на Новый год включить бой курантов и говорить: а ты че меня копируешь? Я смотрела бой курантов на Новый год. У меня такое счастье появилось. Решил для себя то, что не нужно никаких ни абортов, ничего. Я буду ждать этого очень сильно ребенка. Танюха беременна. Серьезно? Да ты будешь? Ну нахуй! Этот мем со скалой, который вот так стоит. Сейчас, блядь. Сейчас покажу, подождите. Мем скала в водолазке с цепочкой. Как нахуй увеличить, блядь? Блять, поняли уже все. Да нет. Извините, я смотрю такую реакцию на беременность в 16. Договорились. Фу, копирка Догма. Счастья и здоровья передавать привет. Она же еще маленькая. Ну и ладно. А мама-то твоя знает? Нет еще. Как думаешь говорить ей об этом? Ну, не знаю. Что с работой думаешь? Ну, я думаю, или вторую искать, или новую какую-то. Ну, тебе, если помощь нужна будет. Не могу. Блять, ребят. Ребят. Челка альтушки работает, только у вас, если у вас есть хоть какая-то длина волос. Челка альтушки на баскат не работает. Хуйня идея, мув хуйня, ребят. Нет. Будет, ты звони. Конечно, обязательно. У него щелка в сердечко вот так вверх ногами сложена. А матери бу кристаллически поебать. Бу это которая, блядь, из корпорации монстров или чё? Я хочу стать... отцом для моих будущих детей. Я хочу стать отцом
Ну, типа, чтобы после монтажа не поняли, хуёвым или охуенным. И не хочу. А, будет поебать. Да, блядь, на мать саму тоже пугу, как бы, давайте честно. Чё, она появилась на пару секунд, сказала, не надо мне про своих девочек рассказывать, и всё, и съебалась. Повторять моё детство, как у меня было с отцом. Воспитаем, вырастим, будет вообще всё шикарно. Опа, суперфастик, привет! Целую неделю Никита отмечает, что мы станем родителями и гуляет с друзьями. А мне не уделяет никакого внимания. А, ну то есть он до беременности нахуй со своими кентами тусил, беременность произошла, и он ничего нахуй не поменял. Ну я бы это сделала. Я почему до тебя дозвониться не могу постоянно? Тебе телефон заш... Да у меня, блядь, Билайн абонент нахуй не работает. Блядь, забыла воду. У меня тоже закончилась нахуй ноги-то, что за хуйня, солмейт ебаный. Янка смотрит «Окно в будущее». Да, блядь, да, я Петр Первый, кому интересно. Ну и что? Последний нахуй. Он потом еще сходил, отпраздновал. А, то, что папой стану. С друзьями ты празднуешь, а со мной нет. Где вот ты деньги берешь на это все? Ну какая разница? На по... Бля, он еще больше, подождите! Подождите! С друзьями ты празднуешь, а со мной нет. Вот этот чел и вот это, блядь, однажды нахуй пикчем еще ебанулись, блядь. Все, и они даже на этой лестнице трахались. Ой, блядь, ты нахуй! Где вот ты деньги берешь на это все? Ну какая разница? На пойло-то деньги есть, а мне букетик или хотя бы коробочку конфет. Какой букетик тебе ребенку подарили? Там, если он такой же букетик будет, то его лечить потом полгода подарить надо так будет. Нет. Нет. Я вообще-то беременна. Что за отношения? Я не понимаю. Обычные отношения. Я уже с... Обычные отношения, мне на все похуй, на тебя тоже похуй. Почему у него к тебе-то должно быть нормальное отношение? Ты че, блядь? Общила маме. И они настаивают, ходить, рассказывать, чтобы каждому поговорить с тобой, с твоей мамой. Пусть настаивают дальше. Мне-то что? Таня только... Я не могу, не пиздили его давно. Забеременели. Мне так обидно, ребят. Вот знаете, у каждой девочки, ну как у каждой, у многих девочек в детстве была фаза: эх, хотела бы я быть красивым мальчиком, чтобы встречаться с другим красивым мальчиком, хэштег Йосик. Вот у меня желание, блять, стать парнем для двух вещей. Сначала, чтобы от меня реально кто-то забеременел, а второе, чтобы пиздиться постоянно. Вот я не могу, я слабая и не спортивная, и драться не люблю, и боюсь очень сильно. А если бы я была парнем, я бы просто дралась нахуй на регулярной основе. Чё ты спизданул, блядь? Я бы даже ни одной шутки не выкупал. Я бы ничего не шутил. Вот мне говорят, я твою маму трахну. Я им говорил, я тебя урою, блядь, сука, бан! И все, не было, было бы, блядь, никого. Никого не было. Вот моя мечта. На Новый год. На, нахуй, исполняем. Здорово, многих девочек Sims. Ой, секс. Одно и то же, там, Wicked Wims все равно, блядь. Если ты скачиваешь Sims, Wicked Wims ты скачиваешь обязательно. Я быстро схожу с водой. Давай, родная, целую. А, отпиздить бы пару, да, пару мальчиков. Вот если я стану парнем, то подрачу обязательно! Вы что, ебанулись? Пиздец, Яна под Дариком. Яна не употребляет наркотики, Яна против наркотиков, Яна наркотики хейтит, табак тоже, алкоголь тоже. Да, я тоже хочу, а то, ты же девушка, а в школе иногда дерусь, я изгой, стыжусь за то, что я в школе. Да поебать, мы эйджизмом не занимаемся, мне просто неловко, блядь, негативные шутки шутить, если я знаю, что тут дети сидят. Ну, как бы, вы просто пиздите, что вам есть 18, чтобы у меня по правилам Твича все хорошо было. Милая у нее. А так, ну реально. Я в целом сама по себе против насилия. Ну, блядь, подраться, это же так весело. Ты сидишь такой, хоп-хоп-хоп, блядь. Столько потребностей. Никита, ты в каком классе? Так, здесь не писать, только в телеграм-канале писать. Тут нельзя, нельзя. Никита, в описании телеграм-канал, там писать. Пиздец, девочки, я тоже сегодня в Яндекс сходила, и там не было моих любимых духов со вкусом санины. Яник, ты меня понимаешь? Нет, не понимаю, потому что я не хожу в Золотое Яблоко, там дорого. У меня одни единственные духи на всю жизнь. Это из Ашана, блядь, мист ванильный. Он у меня уже больше года, нахуй. Все, он не пахнет никак, но это единственное, что у меня есть. Пистол. У меня тушь мамина какая-то очень старая. Иногда ее на Озоне перезаказываю.
тени у меня мамины, блять, им 7 лет, они у меня 7 класса еще. Только помады иногда мне мама покупает, все, блять, сама я не покупаю косметики никакой. Я все равно не перестану общаться со своим другом. Конечно. Потому что что это за хуйня, блять, 2000 помады, вы ебанулись? Я никогда свои деньги, блять, не потрачу. 2000 за эту залупу, она у меня уже почти закончилась. Блять, просыпайтесь нахуй, капитализм ебанулся. Я свои духи разъебал, когда в школу шел, блядь. Вот эти Cherry Blossoms в Wildberries, или как они там. Конечно, он мне будет важнее, он мне и ближе, я его и знаю больше. Мазелка запустил? Да Мазелов не заметит, что я ему с рейд кину. 3 дня. А, кот охуенный. Мы почти не разговаривали. Из-за этих нервов я чувствую себя плохо. Все время тошнота и бессонница. Боюсь, что это опасно для ребенка. Я поставила Никите ультиматум. Или он знакомит меня со своей мамой и рассказывает ей о беременности, или мы расстаемся навсегда, и своего ребенка он не увидит. Он согласился и... Что такое морфи можно? Я не знаю, что это значит. Ну все, сейчас все уйдут к Мазелову. Ну да, сначала к Дрейку все ушли, сейчас Кебеш ушла к этой, к девочке Мазелову, как Катюша. Извините, я не помню, как зовут. Сейчас еще эти, блядь. Ну понятно, я выводы сделала. Пиздец, девушка, сложно быть вот эти ваши макияжи. Вот парни на утро, когда бать ёбнул об табуретку, макияж, красная личка, румяная. Чего? Кебет ушла? Не, я тут сидеть буду, ноги-то я... Вот 18 лет исполнится, я тебе хуй отсосу прям сейчас. Наконец когда 18 исполнится? Ну, к тёте Тане. Позор, реально, ну позорище, но я выводы сделала. Здравствуйте. Здравствуйте. А еще модерку, понятно. Татьяна Александровна. Таня. Сколько лет ей? 17. У меня нет хуя. Ты не права сейчас, ты не права. Выражение «я тебе сейчас хуй сосну» — это выражение любви. Оно совсем не променето. Оно совсем не променето. А меня зато есть. Это намеки. Я на показы клитор, блядь, похуй. У Морфи 2 онлайна всего. Напишите его ник. А чё маленькая-то такая? Почему всего? Подождите, у девочки, которой мы собираемся рейд кидать, у неё, по-моему, сколько сейчас? 800 онлайн. Но у неё чат только для фолловеров. Я такое не люблю, блядь. Это хулиганство какое-то. Реально. Это байт какой-то. Скиньте, пожалуйста, ник Морфа. Мы просто сейчас выбираем, кому рейд в конце трансляции кидать. Вести много не бывает. Да вы что? Да. Ну еще очень важная новость есть. У нас будет ребенок, мам. Вы че, или че? Вообще мозгов-то не, да, нету никак. Или только вот это, нижней частью вы только это думали. Да все, суперфрик, иди нахуй. Я изо всех сил держусь, чтобы просто тебя не забанить. У меня ни одного человека еще не забаненного нет. Ни одного забаненного человека нет. Нет. Мам, мы пришли, чтобы познакомить вас. За красное ебало от бати мое. Да все, иди в пизду нахуй, по-русски пиши сначала. Морфи, я это женщина. Да счастье ей, здоровье, господи, меня ебет. Я всех люблю. Мне поебать, женщина, мужчина и еще кто-то. Мне поебать, сейчас я быстро посмотрю, кто это. Ctrl-X, извините. Сейчас мы быстренько чекнем, кто это. Да, блядь, иди нахуй отсюда, Порыткина Яна, блядь. Да отъебись от меня, сука! Я с тобой вообще разговаривать не хочу. Ctrl-V. Сука! Вот это? Ну-ка, там ей? Вебка есть! Все, и чат не для фолловеров. А что она спорит? Гурнлаган? Секси. Секси. Я подумаю. Кого у меня с ее мамой? Оно мне надо? Ну да. Мне нет. Ну 2К это онлайн, это дохуя. Как будто бы ей рейд мой из 8 человек в хуй не уперся. Ну если не хочешь, не воспринимай. Мы пошли тогда дальше. Ну, пожалуйста, всего хорошего. До свидания. Что за кондиция, блядь? Кондиционер не так пишется. Ребят, у меня IQ 2. Я не знаю слов крутых. Я не восторг. Все, я выучила в 4 года дезоксирибонуклеиновая кислота. Все, блядь, дальше не будет мне. Извините, я недавно скачала Twitch. Можете объяснить, как проходят рейды? Ну, короче, в конце трансляции я нажимаю «Начать рейд». Вы по своему желанию либо нажимаете «Да», либо «Нет». Я не знаю, я сама еще не была в рейдах. И вас перекидывают на канал к другому стримеру. Там вы пишете «Привет от Янки Валерьянки», с вами здороваются, и все. И дальше вы решаете, остаетесь вы у этого стримера или нет. Это просто такой прикол. Я не знаю, нахуя он нужен. Мне просто в рекламе написали, что «Янка, обязательно делайте рейды». Я такая, да похуй мне, давайте сделаем. Так у нее АФК вроде. А, так чат у нее АФК вроде. У кого? У этой?
морфы, ладно, счастье и здоровье. Тогда нахуй... А, ну, конечно, она аниме смотрит. Но тогда нахуя 2К онлайн, если там ничего не пишут, блядь. Я когда-то копи кидала рейд из 2 человек, она сказала мне спасибо. Хорошо, договорились. Тебе дают баллы каналы? Баллы каналы дают? Охуеть, так это же хайп. Круги. А этой новости. Для Никиты, конечно, я хотела девушку, чтобы она была умная, чтобы работали, учились вместе. Ну, а... Да, блядь, ты же Никиту видела, моя родная, вот и все. Таня маленькая, конечно, 17 лет, какие отношения, я не понимаю. Простите, сейчас не могу слушать, в лифте поеду. Давай, счастья тебе, здоровья, родная. Как можно быть такой черствой? Не знаю, может быть, все-таки в будущем она успокоится и смирится. Я все еще считаю, что свою самую недооцененную шутку я пошутила в 10 лет. Вот, ребят, как называется болезнь, когда типа цветы из сердца растут? Как называется болезнь? Блять, цветы вот в легких, ну-ка. Ханако? Ханахаки! Вот эта хуйня, когда вот растут цветы, вся хуйня. Был какой-то артик с этим комиксом. Комикс какой-то с этим артом. И я в чате пишу в 10 лет. Она что, как хлебушек плесенью покрылась? И меня в комментариях захуесосили, как тварь, что типа, эх, вот, бывают такие глупые люди, которые не понимают таких банальных метафор. А мне все еще кажется, что это охуеть как смешно. С этой новостью. Вечером пришлось идти на беседу к моим родителям без Татьяны Александровны. У отчима накопилось много вопросов и... Что? За что? Было же смешно. Да! А мне захуесосили! Тензи к Никите. Пусть девки посидят, посплетничают, пойдем с тобой поговорим. Мне не нравится то, что Миша лезет в наши отношения. А мне не нравится, а Мише нахуй не нравится, что ты его дочь лезешь. Нормально? И мне даже... Нормально, по-доброму или по-злому? Иногда не хочется приходить к ним, но ради Тани я... Через силу как-то себя через слезы преодолеваю и иду. Сейчас надо завязывать с этой, с гулянками со всеми, чтобы ее не нервничать. Если она нервничает, потому что нельзя. Будешь где-то лазить, шакалить, все отразится на ребенке. А это вообще допустить никак нельзя. Мы тоже как бы не дадим в обиду на ее. Так что договорились. Угу. Все, пойдем. Меня, конечно, это... Ничего нахуй не выбил никакой. Ни да, ни согласен, ни поддерживаю. Просто... Угу. Ну, не добил молодого. Выбесило. И сам по себе я не привык кого-то слушать. Такие. Ужин с моей семьей закончился хорошо, и мы вернулись домой. Но я хочу продолжить разговор, который... Бля, еще 50 минут, ебануться. Мы посмотрели, сколько мы, полчаса посмотрели, бля. ...который мы начали у родителей. Надо вообще с этой халупы уже убирать. Ты понимаешь, далеко находятся больницы. Я же тебе сказал, что я устроюсь на работу ты и переедем. Ты каждый день это говоришь. Каждый день начни что-то предпринимать уже, а. Так я не предприниматель, нахуй. Ты что, ёбнулась? Я уже устала от этого. От чего ты устала? От тебя. А стоп, меньше надо. Катюня, ебло закрой. Это твой вот этот... Катюня, ты чью реакцию включила, блядь? Человечка, который... Ну да, согласен, зря она беременела. И выключила? Или Янке Валерьянке, которая пиздит больше, чем дышит? Отношения такого. У тебя что, гормоны заиграли или что? Ты за... У-у-у, бля, все, поебал удалить. Брал у меня у родителей, ты должен обеспечить мне хороший... Вот, я ничем не лучше ни одного мужчины. Как хорошо, что у меня нет программы, которая показывает, на что мои глаза смотрят. Что жизнь? Ты... Я тут! Моя родная, я за водой бегала. Моя родная, моя счастливая. Начни хотя бы чего-то. За один день ничего не изменится. Не будет такого, понимаешь? Должно быть так. Да не будет такого, как вы сказали, как... Сигма. О, Крэйзи Мега Хелл, тут я думала, он ушел. Пуп земли. Хуя приятно. Сейчас я должна быть пуп земли. Нет. Ты сейчас... Нет, блядь, придурка, ответ, съебался на работу. Просто тупо бей. Хорошо, что я не мужчина, принимаю. Леша, отталкиваешь своими словами меня. А ты... Пока что здесь Янка, а все остальное зависит от твоего поведения. Спорим, он не в ее глаза смотрит. Я об этом и говорю, как хорошо, что у меня нет программы, которая фиксирует, куда взгляд, потому что я отвратительный человек, простите меня. Я стараюсь бороться, я не могу. Хочешь, сиди. Зависит. Потому что это неуважение, блядь, вот прям вот так пялится. Но я не могу, они в ответ смотрят. От мамы своей.
Наши отношения просто идут ко дну. Там грустная Никита, сцена, видимо, не осознает блядь, свою ответственность. Да, ебану, завали Яндекс. Там очень грустная сцена, когда пара друг друга не понимает, не выкупает. А я, блядь, чувствую, как будто бы я аниме с фан-сервисом смотрю. Как будто бы, вот, блядь, у главной героини умирают родители, но тут бац, панцушот ее показали. Ну, блядь, вообще не к месту. Не понимая, что ребенок, ну, это... Янка, мы все такие, отстаньте! Не котенок. Это только начало моей беременности. А я уже вся на нервах и на взводе. Что будет дальше? Вон уже это вся вспотела, изучая язык тела, на всю комнату сидела, что-то прям на стул. Она расселась огромной жопой на весь стол. Только хуже. Раскинул пачки. Таня меня очень сильно уже достала. Ведет себя как избалованная девочка. Какие-то предъявы мне кидает, то, чтобы я пошел на любую работу устроился, и чтобы мне платили там... конские зарплаты какие-то, чтобы ей удовлетворять ее потребности. Да все, ты сформулируй предложение сначала, потом выебывайся уже. Осуждай исполнителя песни. А что? Я все осуждаю, все плохое осуждаю. Я думаю, что Никита снова свалил... А что там, расскажите, я не в фандоме. Тусить с друзьями, назло мне. С Таниными родителями как у тебя? Иногда они подбешивают это... Чим, пошел нахуй, ебланище, влагалище, рот ты выебал, сори. Пекой своей. Могут вот залезть и куда ни попадя. А я не понимаю, почему нахуй реально, если человек... тот самый тренд, где там девочки 10 лет садятся на стол, да пиздец, а нахуя? Почему? Ну типа, поебать на культуру отмены. Почему не сидит человек, если у него реально педофильские наклонности, которые я осуждаю полностью? Осуждаю и не поддерживаю полностью, осуждаю. Почему он не в тюрьме? Или что за хуй? Я реально не выкупаю просто этого прикола. Типа, вот, Поднебесный пошпекался с 15-леткой, все, он в тюрьме, это правильно. Какой-то рэпер поебался с 14-летней девочкой, все еще концерты дают, вы еще ебанулись, блядь? Ну, я просто не выкупаю этого прикола, я не в контексте, да, Максимка? Во-первых, хорошего стрима, а во-вторых, я пришел. Спасибо. По поводу вкусвилла, я сейчас скину. Супер. А, Максимка? Я не смогу тебе ответить, добавь мне просто тоже 2 цезаря, 1 грибной суп, 1 картошку, ну, типа, пюре с котлетами. Если что-то вкусное будешь брать, типа, мне то... А, нектарины добавь, нектарины. Да, их... Они очень вкусные. А, кстати. Да. Поздоровайся, кстати. Ребят, поздоровайтесь. Ёбаный в рот! Дай сюда. Хайпуля? ДНК-тест можно нахуй не сдавать, все понятно. Ёбаный брат! Вывалился, ребят. Везде нагнетают. Да ничего, зато поднимешься сам. Чё пиздец, Максимка, родной. Стоять ему дальше. Кумашоткус. Внезапно мне написал тот парень, с которым я познакомилась в интернете. Максимикс! Что вот этим комментарием, что вот этой шуткой ты полностью заслужила випку. Вот полностью, просто ни у кого нахуй не должно возникнуть мысли, блядь, почему у неё випка, она даже не смешная. Вот только этим Максимис Бантик ты заслужила випку. Просто дай бог тебе здоровья. Ай-я! Головка от хуя. Руслан. Вот это, знаете... Где? Да иди нахуй, ёпта, Best Viewers, блядь. Знаешь, где Best Viewers, блядь? На OnlyFans у твоей мамы, нахуй. Самый лучший, я лучше, самый любимый её подписчик, нахуй. Осуждаю, нельзя про маму больше шутить, мне тяжело. А как же я? Так вот, знаете этот мем, где Гриффит, и там замок, и там Гриффит, это я, а замок головка от хуя. Это охуеть, как смешно. Блядь, горох разлетелся. Так. Я уже предупреждала, что у меня вода закончилась, и что награду водичкой вы просто так скидываете. Жнём ванну на Твиче. Не надо, я осуждаю, блядь. Это даже не настоящий человек был, это бот был просто, блядь. Это даже не аккаунт человека был. У него даже нет мамы. Афа беременна. Блядь, ещё грустнее прозвучало. Я перестала общаться с ним, я уже думала... Опа, это аватарка с феей...
что, это какая игра из Алфея? Ну, короче, в поле, которая из мема. Что он забыл меня. От всего этого у меня так много эмоций и переживаний, что я прямо ночью помчалась на такси к Диане. Хочу все обсудить и посоветоваться. Мне такой парень написал. Вообще, у него такое тело. У него так... Вы беременна! Я не понимаю, что за хуйня у подростков ебаных? Парень говорит, я ее только за сиськи полюбила. Блядь, девочка говорит, я полюбила его за высокий рост. Сейчас про нового чела пишет парень, блядь. Держите. Я говорю, Нагита, ты дура. И несколько раз сказала, что награда водичка не работает, потому что у меня закончилась вода. Вы просто так баллы тратите. Блять. А еще у него есть девушка. Ну, хуй с ним. Какая тачка. Он весь такой, не знаю, прям, знаешь, мужчина. Максимка, спасибо за подписку, но пошел нахуй, молодой. Я вот думаю. У тебя есть фотография этого чувака? Да, сейчас покажу. Его как зовут-то, кстати? Руслан. Опять Руслан? Тело бля! Это было... Ебать, Аркадий Паровозов? Ну, посмотрим. Я думала, мы с ним съедемся, будем строить наш маленький мир и идти по жизни вместе. А он выбрал не меня, а друзей и бухло. Я же не буду сидеть и постоянно это хавать и переживать. Надо уходить. Я же не буду это постоянно сидеть и хавать. Это же я все кирешки схавала уже давно. Ой, у меня просто инет на тот момент отключился. Ну ладно, да все хорошо, блядь, Никита, хватит извиняться, блядь, дай бог тебе здоровья. Один раз нахуй меня послала, и я все простила. Ходите. Просто знаете, если вы в чат много чего пишете, у вас иммунитет. Потому что я вас люблю, потому что у меня в чате сейчас никто не пишет, вы крутые. Это всех касается. Я осталась ночевать у Дианы, а утром вернулась домой. Оказалось, что Никита не пошел сегодня на работу. Он ждал меня с недовольным видом. И чё, где ты была? Подруги. Вся ебёт. Чё, я не могу остаться у подруги? Я после работы должен прийти, и тебя нет? Ты шатаешься, а мне нельзя. Дай ты телефон сюда. Ты трубку не взял? Нет. Почему? А я головка от хуя. Нет. А что будет? Пиздец сейчас будут пиздиться? А? Уйди. Нет. Давай сюда телефон. Не дам. Вот у меня так же было, когда у меня порнушку спалили. Отдай. А это кто у тебя? Ты одноклассник. Погулять тебя зовет, сердечками общайтесь. Просто переписка. Я же не видела с ним. А я откуда знаю, может ты с ним шаталась. Ты мне тогда так... Скрестим наши мечи, братва, скрестим войска. Не поебать там. Какой нужен, если ты такую мысль допускаешь? Какую? Я беременна. Охуеть, смотрите, это плед, как это, Е2К, который 2000 год, зебра и чё, гепард. На тебя. Альтушки, альтушки. Должна дома сидеть. Чего я должна? Так ты... Значит, так ты дом нахуй оплати, нормальные условия сделай сначала. И меня хозяин ебать. Идите уважать, чтобы я не... Да ёб твою мать. Джек литером команду. Да опа, опа, кому кидаем? Все, хорошо, уговорили. Кидаем, значит, рейд вот этой девахе. Это девочка Мазилова, которая, да? Да, это же она? Ну-ка, сейчас это... Да-да, это она. Прия? Да-да-да-да-да, все. А нет, она в порноигру эту играет, пиздец! А, я тоже ее хочу! Она бесплатная? Я очень хочу эту игру. Гуля. Да, мне после этого так ценить-то тебя. Может, ты от кого-то другого берем. А наш стрим. Ребят, если эта игра бесплатная, когда мы будем ее стримить? Все, она отстанет от меня. Куда? Ксюша, я знаю Ксюшу, да. Ты просто, я не могу, мне так тяжело, я ее последний раз помню с красными волосами, бля. Я вообще не выкупила нахуй. Извините. А? Что, Ваня, что ты сразу плачешь-то? Так собирай их все сразу. Собирай все. Делаешь? Собирай все. Чудо тогда. Ну это неадекват просто полный. Я вообще-то беременная, он вообще этого не понимает. Катюня, спасибо большое за 35 рублей. Реально, ред флаг конкретный. Ай, я ногу больно ударил, собака, подожди, сейчас не от тебе. 35 рублей, спасибо большое. Первый раз такое, что мы накопили целую цель за один стрим. Охуеть, кайф, кайфарик, эшкеря, хайпуля,
Хотел знать, но там от 75 схуяли, там от 35 еблан еще. Понимают. Еще он... Максим, лучше сходи кириешки купи мне. Хочет... Если прям хочешь задонатить, там и комиссии не будет. Угробить меня, видимо. Я так разнервничалась, что стала чувствовать себя очень плохо. По дороге к маме меня даже тошнило. Надеюсь, дома я успокоюсь, и это пройдет, и не придется вызывать врача. Я ушла от Никиты. А что произошло-то? Что случилось-то? Простите, меня нашли одноклассники. Чего? Привет, одноклассники Нагиты! Тоже подписывайтесь на мой твич. Здравствуйте, ребята Нагиты. Удачи, пока. Целую, пока, родная. Я ночевать хочу. Мне обидно, что ты уходишь. Я вывод сделала. Ходила к Диане. Он психанул, раскидал все мои шмотки. Рассказывай обо мне друзьям. Нам нужно много зрителей. Че, жесть. Не знаю, как теперь с ребенком быть. Да как? Ну что ты переживаешь? Поможем вырасти. Главное, что этого балбеса хоть в нашей семье не будет. Я тебе изначально говорил. Ну, не слушаешь ты нас. Никита начал проявлять свой характер. Не хочу, чтобы вообще ее касалось. Она дева. У меня новая одноклассница мрази, лицемерки, больше не хочу ходить в школу. Она даже мне так не говорит, когда я ухожу. А тут зрителю. Чего, блядь, Максимка? Вот так, блядь, Максимка. У меня... да поебай, ходи в школу для того, чтобы с учителями дружить. Вы что, ебанулись? Друзья вообще не важны в школе. Я ходила, потому что мне... Чё, ну что мне литература нравились. Бедный Максим. Максимка знает, что он натворил. Девочка, он много мужчина. Выёбывается для человека, который вчера весь вечер моё доверие подрывал. Поздравляю вашему гастриту 9 месяцев. Я боюсь учителей. Ну ты маленький ещё, да, ты ещё пока не можешь друзьями быть с учителями. Хотя я под плинтусом, и где ее зрить? Да все, Максимка. Максимка, что ты сделал? Сейчас опять напишет, ничего, а я-то знаю. Инна, как говорится, не для такого крокодила моя ягодка росла. Ого, интересно. Ничего на самом деле такого, кто бы сомневался. Мэн момент, ёпта. Я живу у родителей, Никита не звонит, и я немного успокоилась. Теперь, когда все хорошо, я решила встретиться с Русланом. Нихуя секси! Расскажи о себе, ты чем занимаешься? Организация детских праздников. Ну что, ты любишь детей, да? Да, обожаю. Ну, если ты так любишь детей, почему у тебя нет семьи? Как-то в последнее время все работает. Не могу, даже не мой типаж, но что-то... Там спорт у тебя увидел и решил, что пора уже что-то поменять. Это же Роман Годжа! Янг, ты Максима газлайтишь? Сука, это он газлайсер ебаный, блядь. Это он Я не буду рассказывать, потому что Максимка очень расстраивается, когда... Я рассказываю о нем на Твиче, поэтому я не буду, но, сука, если он или вы начнете давить, мне похуй, я все солю, мне поебать. Ладно, все, хуйню подписала раз в месяц, план выполнен, можно уходить. Напомню, Руслана девушка есть. Нет! Нет, это неправда! А у тебя как... Сука! Сука, такая спина красивая. В отношениях. У меня был плачевный опыт, парень был тиран, абьюзер. Пил, отдыхал со своими друзьями, как бы ему вообще не до меня было. Я думаю, если мы с тобой будем общаться, то это будет совсем... Ну, когда вы сказали, что у него есть девушка, он больше мне не нравится ни капли просто. Я сразу чувствую этот голос ебаный. Вот это, знаете, voice change в Valorant, где... You're my good kitten. Can you meow for daddy? Yes, kitten. I will protect you, kitten. За нами дали. Может, просто Никита не моя судьба. Я поняла, что я не хочу для себя и своего ребенка такого мужа и отца. И стоит дать Руслан, вот тебе, шанс другому человеку, который действительно себя проявит как настоящий мужчина. Блять, я не могу, реально же, в реальной жизни есть хуйня, что люди встречаются и изменяют, блять. Моей-то, ну, как выдуманной вселенной, моей маленькой нахуй блять, опять слетел интернет, вы что, ебанулись? Алло, проснулись. Проснулись, улыбнулись, нахуй. В моей маленькой картине мира, реально, люди друг друга нахуй полюбили, все, и, блядь, живут, пока не разлюбят друг друга. А реально, есть же люди, которые изменяют, которые встречаются во время того, как у них уже отношения есть, еще, блядь, вообще, нахуй оно надо, все, блядь, Парлевкина до 40 лет, это,
волшебницей становится. Вот это я понимаю. Настоящее свидание. Руслан даже не матерится при мне. А теперь он подводит меня домой. Оказалось, что он живет рядом. Значит, будем чаще видеться. Спасибо большое. Я что-то вообще не понял. Да, это кто вообще? Ты я кто? Я парень. В смысле, какой парень? Ты же сказала, что у тебя... Какой парень? Ты что, взял все, мы расстались? Вообще. Нахуй промазал по мешку ебаному. Ты успокойся, парень. Все, хватит. Давай, пизди его, сори, он... Делаешь, что ты с девчонкой разговариваешь? Нет, давай, мы сами разберемся во всем. Едь домой, я позвоню тебе. Давай, ну, короче, правда, чтобы только все нормально было, не надо с девушкой так обращаться, трогать все руками, не мы надо. Мы разберемся, я тебя просто не могу. Звоню, правда, все хорошо. Если что, я на связи напишу. Я все сюда. Что? Ты да. Давай там попроще быть со своими разговорами. Нет, фу, мне напомнил мальчик из прошлого, блядь, одногруппника, одноклассника. Я звоню в службу, блядь, позвони моему логопеду, пожалуйста, скажи, чтоб я занятия не прогуливала. Я звоню в службу спасения мешков. Капец, он накачанный какой-то. Сигма, хули. Все хорошо. Я даже не ожидал такого увидеть, что он берет и подъезжает и... Да, ее на машине, нахуй, бам! Открыл дверьку, проводил, защитил. Асхаб Тамаев, ракеты, я не знаю, кто эту историю, извините. Будет счастье, здоровье, если это хороший человек. Ручку, и я просто стою, такой, у меня, конечно, начинается ревность и получается агрессия. Я встать хочу, но мне лень вставать. Встал, пописал, Миша Кукумер. Начинаю сразу газовать на них обоих. Он просто берет, садится и уезжает. Это вообще как поступает, получается. Что, повелась на машинку или что? Может, вообще ребенок от меня? Ты что уже, ты что несешь? Нельзя! Нельзя бить человека, тем более первым. Вы даете право пиздить себя. Уйди отсюда. Тебя тут прям и что? Уйди, я говорю. А? Ты чё, псих? Чё, блядь? Специально мусорный пакет поставили, чтобы он попиздился. Тихо или чё? Уйди. Ты себя... Ты чё, псих? Ты чё, ёбнутый? Я тебя боюсь. Я тебя боюсь. Ты чё, псих? Ты нас всех убьёшь, блядь. Он просто... Там мусора ногой пиздит, блядь. Ещё не попал, нахуй, со второго раза. Сейчас выставляешь. Уходи. Уйди, я тебе говорю. А ты что будет-то вообще? Всё. А? Чё он будет? А это чё? Уйди. Взял, намусорил, блядь, вот такой вам жених нужен, ребята, который мусорит, блядь, осколки кидает. А сейчас котики какие-нибудь или собачки подойдут понюхать что-то в мусоре, блядь, и на осколках напорятся. Вот такого парня вы хотите себе? Я не хочу, пошел нахуй, Никита. Ведешь себя как и от разговора вообще. А что, села в это в подъезд, где кот забыла, что ли? Ты не уходи, понятно? Алло. Я думала, она тоже пнет, как мусорный... А, он и пнул, ладно. Да не трожь! Я сказала, все, это конец, мы расстаемся, все. Давай. Прощай. Мне очень обидно, ну как просто можно взять свою беременную? А, меня выводят, я реально на него заявление напишу, он поплатится за мешок. Девушку и начать ее трепать. Он не понимает, что я могу испугаться, и что это может отразиться на ребенке. О, а это что такое здесь? Нихуя голова летает. Ты что? Я вернулся из аптеки. Ты все пропустил, Роман Годжи. Там был ты. Там был, сука, ты. Ты все пропустил. Что случилось? Это Никита тут устроил. Купил с клубникой. Будешь, если мне гематогенку, то нет. Если презерватив, то да. Потому что гематоген с чужим вкусом, это хуйня. Надо, чтобы гематоген был обычный вкус вот, из крови, блядь. Причем без сахара, без меда, блядь. Вот стандартный из крови, блядь. Кабаний, блядь. Как? Говяжий. Он бы палкой ее потыкал еще. Как вот этот, который... Бро, is this fandom alive? И там типа палкой. Мы с ним разошлись. Bro, я okay? Сходила с мальчиком покушать. Все, он тут увидел, начал говорить, какая я все на свете, что ребенок не от него. Блядь, я тебе говорил изначально, что такая будет. Ладно, успокаивайся. Все нормально, пойдем домой. Ну, мне вот человек. Он после того, что он сделал, как бы, с Танькой, просто я его только встречу, он будет, это, бледный маленечко, может, даже чуть-чуть седоватый. Дядя Миша рассказал маме, что Никита довел меня до слез, и родители запретили мне с ним видеться. Да она особо желанием-то и, ну, не рвалась. Чё за шмотки, чё припёрся? Стирать, что ли, или чё? Нет, все, жить. В смысле жить? Ну, в прямом. А чё ты у своей Таньки-то, чё случилось-то?
Респект отчиму. Пассивный он какой-то. У вас? Да, поругались. А ребенок же у вас будет. Ну, так получилось, что поругались. А что поругались? С пацаном каталась просто, с другим и все. Не из-за этого же вы поругались еще и блан? Здорово. Так она же беременная от тебя. Как с ребенком? Что будет? Я не знаю, что. Ну, что сказать теперь? А что он маме не сказал, что его нахуй дома не было, что он вторую работу не искал, что он абьюзер, блядь? Же, все. Я так и знала, что они разойдутся, что ничего хорошего не получится. Но так как Таня беременная, ему все равно придется нести ответственность. Пусть работает, финансово помогает. Че, как у вас Таня вчера съездил? Ой, наконец-то не водолазки свои ебаные. Причем в целом водолазка на мальчика классная, но вот ему с челкой вообще хуево было. Там вообще еще хуже стало. Она с типом приехала, хотя я говорила то, что вообще не виделась. К родителям, что? Ну, он заводил ее, как будто, как она. А ты-то ее любишь? Блин, как будто тату-мастер хуёвый. Конечно, люблю. Давай решим этот вопрос. Хочу быть отчимом Янки. Блядь, дай в пизду. Ну нахуй надо, ну, ребят, честно. Я сосиску ем! Приятного аппетита, Миша Кукумер. Дай бог тебе здоровья. Я тоже хочу вкусняшку. Найдем его. Так надо через брата, может, ее попробовать пробить. Узнать про него. Да, я Таню обидел теми словами, то, что ребенок не мой, хотя я... Я сметану ем, это очень круто, ребята. Я тоже хочу что-то вкусное. Я хочу что-то вкусное. У меня ничего нет. Прекрасно знаю то, что это мой ребенок. Я докажу Тане то, что я... Да ебать, иди нахуй, прям, мне похуй. Ей нужен не какой-то левый тип. Мне все равно, с кем она там катается, но я... Я выпил энергетик и сейчас буду какать. С приятной каки. Попроси у Максима. Да Максиму поебать. У нас ничего нет вкусного дома. Сори. Ничего у нас нет. Все равно возьму все в свои руки и верну все назад. Я все-таки встретилась с этим Русланом. Он... Янка, ты в каких шахтах? А, штанах сегодня. В домашних крестиковых. Вот таких. Блядь, сейчас. Вот таких. Такой хороший. Он, во-первых, при деньгах. У него машина, знаешь, такой неплохой модель. С иголочки. Да. Крутой. Да это домашка просто. Отъебитесь от пи***ня. Он подвозит меня до дома и бац, и Никита. И такой трешак был просто. Риданочка, ты про этого, про друга Никиты, который с пауком футболку носит? А ты... Го в крестики на улике играть, блядь. Роман Годжа. Если ты нахуй такие вещи Домфе пишешь, это вообще за пиздец, блядь. Ладно, я, мне 19 лет. Домфа же маленькая еще. Я надеюсь, ты хотя бы у нее в чате себя сдерживаешь. Я-то более-менее взрослый человек, могу просто тебя нахуй морально послать. Ну и типа на тебя, как на человека, на зрителя, в принципе, забить, блядь. А Домфе, ну, блядь, ну это страшно, блядь. Она ребенок еще мне, извините. Рассказала Руслану? Я вообще не знаю, как быть. Может, что-то и получится. Рассказывать, тем более. Но вдруг он отнесется к этому нормально, как бы он не маленький уже. Ой, да блять, Руслан, блять, Тушенцов, нахуй. Я не тебе предлагал, падла пожилая. Хорошо, он ее бросит. Да блять, да это понятное дело, блять, это Руслан, нахуй, сайдовый персонаж, на него поебать все. Не каждый хочет воспитывать чужого ребенка. Блять. Каждый хочет воспитывать чужого ребенка. Блять, где у меня нахуй все приколы? Пожалуйста, подруга, конечно. Да, подруга, подвай, нахуй. Скинь, приложу ху, скачаю, поиграем. Миш, привет. Здорово. Че, блять? Вызвал нахуй, блять, шкита вот такого на стрелку. Девочку приняли. Может, не знаешь, то, что мы с Таней тут ссоримся очень сильно. Бля! От такой вот! От такой вот! Блядь, за щечки потянуть, а щечек нет, щечки впалы. Может, поможешь мне как-то его найти? Чувак, извини, я не собираюсь лезть в ваши отношения. Правильно, правильно, родной!
Ну, ты прекрасно понимаешь, что вот у нас должна быть полноценная семья, как-никак, общий ребенок. Ну ладно, помогу. Номера нет его. Таня вроде бы звонила с моего телефона. Давай я дома поищу, я тебе скину. Хорошо. Нет! Брат-стукач. Я правда очень люблю Таню и знаю то, что все испортит. Я правда очень люблю Таню, поэтому я и как бы, ну, там, чуть-чуть подпугиваю ее, подшухиваю ее, выкинул все ее вещи, сказал, бля, уебывает отсюда шлюха, это ребенок не от меня, поэтому я ей ревную, блядь, очень сильно говорю, не гуляй нахуй ни с кем, будь долго всю жизнь, блядь, ни с кем не общайся. Портил своими эмоциями сам. Надо что-то делать, решать этот вопрос. Руслан после сцены ревности, которую устроил Никита, больше мне не звонил. Я написала ему сама. Ну и все, разошлись. Вот это Роман Гольдштейн. С ним окончательно, не парься. Слушай, ну он видишь, как переживает, может... Опа, у меня такой же свитер, только черно-красный. Такой же свитер, только черно-красный. Он все-таки любит тебя сильно. Нет, он любит только своих друзей бутылку пива. Я понятно. Уже устала. Ну я тоже люблю тоже только друзей бутылку пива. От него. Может, прогуляемся тогда сходим? Да, пойдем, конечно. Пойдем? Мне Руслан очень понравился. У него такая замечательная профессия, что он работает с детьми. Нет, может, сори. Может, поспособствует тому, что... Нет, сори, не мой типаж. Чё ты скинул, блядь, блуп супер... А, это крестики-нолики. Кстати, я топе не пишу гадости, потому что она солнышко очень хороший посетилась, блядь. Охуеть. Ну и нахуй идите, блядь, ебаные чатеры, блядские. Он примет моего ребенка. Но я все-таки пока не буду ему рассказывать о своей беременности. Она солнышко, Яна, а ты, блядь, гни да нахуй, жить не заслуживаешь, блядь. Эх, Янка, вот в ГТРП тебе, блядь, нахуй КамАЗ сбил тебя, блядь. А Янка что, не солнышко не хорошее? Ну тут ладно, тут, блядь, правда, что я не солнышко и хорошее, но все равно обидно, блядь. Ну, короче, я пробил его по соцсетям. Его зовут вообще Руслан. И я так по странице посмотрел. И вот он так активно, короче, две какие-то лайкали. Я с ними списался. Они сказали, то, что они обе типа с ним, короче, встречаются. Хуя, чел крутой, бля, мой. Они вообще не знают, зря водолазочку вначале носил. Это что они с одним и тем же челом встречаются? Ну, видимо, нет. Ты им напиши там, договорись с ними о встрече как-нибудь. Зубы, блядь, болят. Тане надо доказать то, что он так поступает с ней и со всеми. Я, конечно, в шоке, что этот тип пользуется девочками. И подождите, а его тоже? А, его Руслан зовут, все отмена. Поступает и с моей Таней. Да, просто возмутительно. Никита пишет мне каждый день, просит о встрече, но я ему не отвечаю. Да нахуя встречи-то писать? Так и напиши, твой ёбарь тебя ебёт, других девочек тоже ебёт. Все, бля, я следующий. Оба ебланы. Да тут все кончи ебаные, блядь. Не могу простить его слов, будто ребенок не от него. Сегодня у меня первый скрининг, и я пошла туда с мамой. Боюсь, что после всех переживаний с ребенком может быть не все в порядке. Так она не верит. Так он и не пишет ей. Он не пишет ей, что твой Руслан ебет других девак. Он пишет ей, давай встретимся. И она думает, что он сейчас будет, я тебя люблю, давай вместе снова, бэ-бэ. В порядке. Ну сейчас у вас все хорошо. Признаков хромосомной патологии на сейчас нет. Я так испугалась, что она скажет признаков хромосомной. Все, идите нахуй, ничего не скажу. Сейчас надо вести правильно образ жизни. Питание Армен, должно... привет, Армен, привет, пишет в чате. Очень плохо себя чувствую. Какой-то кипиш, всякие разборки. У меня постоянная усталость, постоянно хочется спать. Тошнит. У меня вот так вот все. Голове. Это меня сейчас вот так вот всю в голове, блядь, мы 2 часа уже смотрим, блядь, вармет, пиорни. Вармет в Роблоксе, наверное. Здрасте, чё пришёл? С Таней поговорить. А, чё пришёл? Говна нашёл и по полу размазал. Прощение попросить. Какое прощение-то может быть? Ты чё творишь там? Вы же правда не знаете. А ко мне, мне знать её не надо, я не хочу к вам лезть, никаких прав. Чё, твоя квартира или чё? Нет. Ты чё сюда прёшься-то? Таня, какая Таня? Все, давай отсюда. Я вообще не понимаю, почему он к нам в отношения лезет, мы... Да, я в Роблоксе, я так и знала, дура ебаная. Куда иди нахуй, Яндекс, краткий пересказ, да поебась мне. Не маленькие уже, сами разберемся в этом. Сейчас Таня мне должна уже поверить, потому что я нашел достаточно, я так думаю, доказательств, чтобы мне поверить. Давай в кафе встретимся и поговорим. Поговорим, ты от меня потом отстанешь? Да.
Давай ты чуть промотаем, ребят. Вот тут они разговаривают, что-то, блядь. А смысл нам разговаривать? Все же решено у вас. Вы же с ней не встречаетесь, она мне сама сказала. Ну, она беременна от меня. Рассказывай сказки. Ля, у меня-то 9 первый раз переделал Роблокс на уролок. Из этого выпуска только мать Никиты супер. Вы что, ебанулись, блядь, Катюня, нахуй? Если ты мне не ну, давай я сейчас позвоню. Алло. Таня, привет. Ответь мне на такой вопрос. Ты беременная? Или я просто... мне показалось, там ветер мне нашептал. Да, это правда. Ты понимаешь, кем ты меня сейчас вообще выставляешь здесь? Ты понимаешь, я думал, я просто троих девах ебу, а одна из них беременная, бля, пацаны не поверят. А можешь на диктофон тоже сам рассказать, пожалуйста? Извини, правда, чувак, слушай, ну, я действительно не знал. Конечно, меня возмутило то, что она даже и не сказала ему, то, что она беременна. Это как-то ненормально, я ее даже понять никак не могу в этом. Я сразу так... Ладно, это ладно, вот... ладно, ты ладно. Я не думаю, что ты этими словами можешь меня очень сильно... Ладно, 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 ладно. Таким пошел. Ладно, ладно. Позвал его на очередной разговор. Ладно, сказал, ладно, ладно. Налим рыба есть такая. И он надеется, что это в дальнейшем жизни так и будет. Как бы. На Таню надавил. Таня, мама, мне это надо. Мама, мне то надо помочь там. Где она будет помогать, там и я буду помогать. Однозначно, правильно. А тот на этом... Сиди нахуй. Ой, ну ответ. Я не деду это говорю, в плане, что динамика выпуска просела. Становись все на себя. Опять. Ты выйдешь за меня? Я выиграл Крейзи Чела. Это в... Крестики нолики, я тебя уважаю. Выйдешь? Ой, да пизду, нахуй оно надо, Соня. Не-не-не, нахуй надо. Хорошо, продолжаю заниматься учебой, каждый день читаю книги по праву. А сегодня у меня будет второй скрининг, на котором мы узнаем пол ребенка. Он же я бы вообще хотела, чтобы был мальчик. Да я хасы, как там играть, там да геймплей другой. В смысле геймплей другой, там нахуй? Вместо крестика нолика, а что, блядь, это, Fortnite запустили? Назвать его в честь папы. Рома? Да. А если в девочку? Роман Годжи. Адель. Делина Никитична. Луки, Луки, Луки. Eat Scramble Cookie. Будет. Классно вообще. Да. Тебе нравится? Мне очень нравится. Ну все, осталось только. Не перебивай меня. Не хами мне. Только узнать пол. Я стану самым лучшим отцом. Хочу, чтобы бегала со мной рядом маленькая кроха. Ладно, 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 блядь. Если хочешь, чтобы рядом с тобой кроха маленькая бегала, заведи шпица. Что, я ей сделал предложение даже. Что, совсем уже, что ли? Ну, я понимаю, что мы даже узнали, какой пол будет девочка, внучка. Ну, не знаю. Твое, конечно, это все дело. Еще мы собираемся собрать всех близких и посидеть. Как раз познакомишься со всеми. Ради тебя я, конечно, схожу, но на небольшое, конечно, время. Я просто не хочу знакомиться с ее родителями. Не-не, это не я, это Адель, мать на рофле. А схуя ли она не хочет с родителями знакомиться? Не. Это больше к ее сыну претензия, чем дочке. Ну, не вижу смысла вообще. Таня маленькая, глупенькая девочка. Я не в восторге. Ну да, блядь, сын у тебя дохуя вундеркинд, вы меня извините. Для так... Вы знали, что у Эйнштейна IQ 160, а у этого чела 360, блядь, вот и все. У девочки я ростила свою ягодку. Блядь, извини, пожалуйста. Твою ягодку, блядь, все медведи, все волки уже пощупали. Не хотела бы, конечно, такими гадостями выражаться, но... По лесу он как бы целёхеньким не вышел. Нихуя пробка анальная. Здравствуйте, давно хотели с вами познакомиться. Да, меня Татьяна зовут. Меня Юля. Меня Михаил. Ай, хотела... стаканы, как в моей любимой хачапурной. Блядь, Спектр, верните меня туда, пожалуйста. Ребят, 3000 на хинкали хачапури. Фу, блядь. Я на день рождения поеду туда, блядь, все. Я всем своим девочкам знакомым сказала, что если мы идем праздновать день рождения, мы идем только туда. Мне нахуй ничего не надо. Ни торт, блядь, ни свечи. Мы идем туда, блядь. С вами поговорить, что будем делать. Ой, баклажановый салатик. Тьми. Будет у нас внучка с вами. От меня-то сейчас. Что хотите-то? Ну, знаете, элементарно нам нужно будет кроватку, коляску. Ну и пусть думают сами об этом. Ну, у меня своя личная жизнь, у меня дети выросли, я хочу тоже для себя это пожить. Я все понимаю, у меня тоже своя они личная жизнь только об этом. Начинается. Ну, а вообще, что хотите-то вы вообще в этой жизни-то вместе с Никитой-то? Жить вместе, свадьбу хотим.
А еще? А бабки где? Киру. Вам? А машинку не надо губу закрутить вам? Машинку BMW давай, подруга. Нет. Нет. Заработайте хотя бы. А если я перейду, и на меня закажут сват? Счастья, здоровья. Хочу наггетсы! Сука, наггетсы с кисло-сладким соусом и наггетсы с соусом 1000 островов. Вы нахуя это сказали? Ребята, никогда донаты не просила, но можете мне скинуть сейчас 150 рублей на наггетсы. Я буду рада очень сильно. Ура, Янка заебалась пиздеть и смотрит молча. Янка наггетсы хочет просто. Ребят, реально, если мне скинут на заказ в Бургер Кинге, я обещаю, что я буду вообще минимально разговаривать весь реакт, нахуй, я вам обещаю. Ну, начать денег на свадьбу, а потом уже как-то будем думать. А сейчас так нет, сори. Я абсолютно не понимаю, как можно... Крейзи Мегачел, это не с тебя. У тебя есть зрители-подписчики, тебе нельзя мне донатить. Так безразлично относиться к жизни сына. Женщина, она своеобразная. Я думаю, нам еще с ней стоит продолжить диалог. Сейчас самое главное, наверное, это принимать участие в жизни детей. Никита дома мне ничего не помогает. Где-то все время лазит, можно сказать так. А я почему-то должна потом буду их содержать, что ли, с маленьким ребенком. Раз он решил жить взрослой жизнью, то пусть сам тогда справляется. Блять, куда я нажала? Что это за хуйня появилась? Извините. Мама Никиты не захотела нам помогать. Все необходимое покупает моя семья. Никита по-прежнему заработает. Почему в чизбургеры утюг? Янка, если я буду вести стримы и скачалки, как думаешь, будут подписчики? Ну это то же самое, что сиська стрим. Делай, что хочешь. Охуеть, Крейзи Мегащелл стримит. Он популярен, у него 1000 подписчиков, блядь. Беру примеры. Зарабатывает 15 тысяч. Этого почти ни на что не хватает. Он только дает мне немного на продукты. Еще нас с Никитой очень угнетает каждый день думать, где провести вечер. Никита не любит ходить ко мне в квартиру из-за дяди Миши. А я не очень... Сэр, да, сэр! Люблю тусить. Что, строишь мне глазки? Строишь? Да, сэр. Чё 15 тысяч? А, зарплата, да. У него из-за матери, которая меня ненавидит. И чё, ты пока ребёнок-то не родится, так и будешь на моей шее-то сидеть или чё? Сейчас накопим денег. На 15 тысяч не выжить. Но они за 10 тысяч снимают хату, поэтому у них 5 тысяч только. И сколько лет будете копить? Слушайте, а вам не кажется, что вы ко мне как-то привзято относитесь? Да, ебало, завалите обе. А боже, наверное, у нас скоро малыш родится. И что? Ну, что я могу с собой? Я переделаться я не смогу, правильно? Ну, это внучка ваша, как-никак. Ну, посмотрим, говорю, поживем, увидим. Можешь головой начальнику сделать, и будет 18. А, 16, пиздец. Что, впинается, да? Ну, видишь, ругаюсь, вот она и пинается, ну... Почему? Ой, да всю эту женщину уже ненавижу, она меня заебала, блядь, просто так... Ты кто нахуй такая, тетка? Просто ты, вы даже не женились, да тетка, блядь. Ну я же ничего не могу с собой переделать. Пошла нахуй! Так, блядь, так, а вы что, меня вы забираетесь каждый вечер, что ли? Иди нахуй! А как вы? А тебе? Иди нахуй! Ну, цири пинается, потому что я руга... Иди нахуй! Сука! Ебал свой, завали позорно, сидит нахуй в тельняшке, блядь, морячка ёбаная. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбачка. Да, сука, ебло на ноль, нахуй. Бо-бо-бо. Сидит, блядь. Сука, рот оф, нахуй. Рот оф, ты нахуй тут не встралась в сюжете. Кто ее вставил сюда? Вырезайте нахуй все моменты с ней. Ну, она не может смириться с тем, что у его сына появилось... Почему она не может смириться с тем, что сын, блядь, трахает всех, кончает во всех? Все, блядь, закончилось, малина в жизни. Девушка, что они любят друг друга. Что я ей плохого сделала? Надо все равно к чему-то прийти, я поэтому с тобой... Решила поговорить без детей. Почему у тебя тоже такое отношение к ним? Так что получилось-то? Сама ростила одна, и тяжело было. Ты сама во сколько родила? Что они друг на друга так? Ну что мы? Атмосфера какая-то. Я выгляжу, как мужики из ТФ-2 накачанные, какой горловой. О, вот такой нахуй Роман Годжи, вот такой. До слободы доеду, бля, реально она? 19 и одна. Фу, она пьет чай с молоком и не вытаскивает чайный пакетик. Ну, мы же все равно с тобой, представляешь, станем бабой. Тогда богатство обеспечено. Тогда не 16, тогда 17-70 будет. Мы тоже очень тяжелые. Вот, блядь, нахуй! Дер...
Ёб ту мать! Без ручка! Ха! Не, без ручка, типа, нет ручек, нет конфетки. Спасибо большое за субскрайб. Дайте Бог здоровья. Давай, Шансунг. Счастье, здоровье все, чтоб хуй стоял и деньги были сладкие. У меня их трое, муж умер. Напиши, пожалуйста, как правильно читать твой ник, а то мне похуй, я тебя дерзко буду называть. У меня у всех клички, кого я прочитать правильно не могу. Танюшка, очень тяжело это все переносило. Сейчас беременная, на нее как-то это все давить. А ребенок-то здесь... Я не могу самого... Вот реально, знаете, как в фильмах, чтобы показать, что персонаж мудак, делают, ну, типа, дают ему жест, что он яблоко грызет. Вот мне так показывают, что это гадостная женщина, что она пьет нахуй чай с молоком и не вытаскивает, сука, чайный пакетик. И вот так, блядь, его нахуй дрочит вперед-назад, блядь, вверх-вниз, блядь, успокойся ты нахуй. Что, ни при чем теперь ребенок-то будет страдать? Но... Я со своей стороны помогу, ты со своей, ну и пускай они тоже, Никита, станут. Когда стрим? От, блядь, ты нахуй! От, блядь, ты нахуй! Я-то думала, блядь! Я-то думала! Ой-ой-ой! Выводы сделала. Нравится, тем более, если ты сейчас с ним поговоришь. Совместно уж будем. Ну, как-нибудь попробую, конечно. Ну, вот еще пока ничего не могу. Я-то думала! Эх, новенький, крутенький, блядь! От, блядь, ты нахуй! Буду сказать, не обещать... Ну, с Никитой... Ну ладно, поздоровайтесь дерзко все равно, ребята. Я, конечно, обязательно поговорю. Ну, хорошо. Угу. Ну, воспитывала я одна, работая на двух работах. Кредиты. Финансово сложно, морально сложно. Сломалась в свое время, а потом... Я от него пришел. Да я так поняла уже, ребят, честно, нахуй. Встала на ноги и пошла. Яна, как относишься к фейс-ситингу? Сидите на чем хотите, лишь бы холодно не было, ребят. Просто, ну, характер у меня вот такой тяжелый. Ну, не знаю. Как... Дерзко, дерзко, терка, блядь. Конечно, ну, дерзко, как так будет дерзко. Все это дальше, ну, родится ребенок, конечно, все. Слышь, ты что такая дерзкая, а? По-другому может посмотреться на эту ситуацию. Ну, а пока... Фистингу положительно. Нет, там не про фистинг было, а про как фейс-ситинг. Это другая вещь. Вы что, ебанулись, ребят? Давайте... Я же вам кидала статью про фуд-фистинг. Давайте не путать, нахуй, грани, берега не путать. Я, конечно, еще не... Это разные понятия. Вы как мне собираетесь зачет в конце недели сдавать? У вас скоро он будет, ребят. Ни к чему к этому. А вы не можете обычный фуд-фистинг от фейс-ситинга отличить, ребята? Не привыкла. Что ты тут, блядь? Что ты тут, блядь? Одну бровь мне в чате. Ла, мне надо это и думать, обдумать, и все, успокоиться. Отцом-то готов стать уже? Ну, еще пока непонятно, 50 на 50. Останешь, что... Писить, не писить, не могу решить, встать не могу, ребят. Это как Миша Кумбер в чате писал. Блин, ну хочу писить, но вставать лень. Так вместе не живете? Нет, пока еще не живем. Думаю, съезжаться, но денег пока еще не подзаработал даже на квартиру. Эти попреки, ссоры, скандалы постоянно. Из-за родителей они довольны моим заработком. Негатив какой-то только чувствуется, и все. Так, а может, ко мне работать пойдешь? В компанию моего отца. Я там раз... Ого, нихуя крутой. Кудевик! А, допич 234. Привет, добро пожаловать на стримчанский эшкере. Салам алейкум, алейкум салам, чтоб хуй стоял, деньги были. На рабочем подрабатываю 50 тысяч за работу. А, да как вы меня находите, блядь? У тебя, может, этот, ты в телеграм-канал скинул ссылочку, блядь, ненавязчиво. Было бы классно. Или случайно... Вот, блядь, ты нахуй! Спасибо за субскрайб! Маме твое здоровье, папе здоровье, чтоб все в жизни было, все, что ты хотел. Дай бог тебе вообще всего хорошим. У меня знакомый захотел с девушкой в секс-шоп, а там дилдос был 50 сантиметров. Он ее спросил, типа, чё, берем? Я как услышал от него эту историю, я мега кринжа словил. Да ладно, блядь, каждый дрочит, как он хочет, мне вообще поебать. Эх, бля, ох, блядь, ты нахуй. Лень. Чё, ли, не надо меня пиарить, тёмца, я не прошу этого, я просто спросила, откуда они тебя находят, реально, не надо меня пиарить, мне, конечно, будет приятно, но я не буду нахуй выпрашивать, блядь, эй, Долфа, вышли, выложи мой телеграм-канал к себе в канал, ого, крэзи мега, че, у тебя 1000 подписчиков, срочно расскажи мне, идите нахуй, блядь. Сами, если вам понравится, и вы ненароком, блядь, случайно меня упомянете, это будет охуеть как круто. А прям упрашивать, бля, пожалуйста, сделайте, да это нахуй никому не надо, ни вам, ни мне, блядь. Потому что, если я, когда стану популярной, буду среди каких-то маленьких зрителей, которые... Янка, блядь, Янка, расскажи обо мне, Янка, припиарь канал. Ну, мне сразу, блядь, неприятно станет этого человека. Донат почитай ему. Какой донат, блядь, не было ничего, чё, ёбнулись, блядь.
А, сейчас посмотрю, ну-ка. Зарабатываю на модурку только. Я это уже читала, я говорю, модурку не купить, модурку можно заработать только бесконечным уважением. А, выкладываем ямку в прошмандовке Азербайджана. Прошмандовки! А, там и было прошмандовки, ладно. Ты узнай, там есть места. Ну, я узнаю. Ну, вообще, друг очень крутой. Друг реально очень крутой. Хочешь работать в фирме? Это вот такой друг, ребят. Сегодня поговорим. Я тебя уважаю, бесконечно. Это я тебе должна начать уважать. Вот Мишу Гумбер, прежде чем получить модераторку, приходил на каждый стрим и сидел от начала до конца. И в конце у него время уже было, блядь, 4 ночи, он все равно сидел. Ты, Катюня... Часто тебя нет. Вот я ценю то, что ты сегодня осталась уже почти до конца. Это очень круто. Я в голове пометку сделала. Ты вот, если реально, если вот тебе нравится, если ты хочешь у меня сидеть на стримах, сиди дольше, я тебе сделаю модератором рано или поздно. У меня мало их. А те стримишь уже второй... А, ты стримишь уже второй-третий год, что ли? Если ты мне, то, наверное, да. Я не знаю, я не отчитывала. Но первый самый стрим я провела еще когда ОГЭ или ЕГЭ сдавала. А потом у меня был перерыв, типа, год или два, потому что ЕГЭ, УГЭ. Получается, ну да, если я стримлю с конца ЕГЭ, это вот первый год, ну, где-то полтора года активно прям я стримлю. А, поэтому да. Я и так на каждый стрим, просто это у меня дед умер, не смог прийти. Не надо, блядь, про смерть родственников рассказывать, ебланы, это очень грустно. Янка, а можно свататься? Блядь, я думала, пиздец, блядь, свастики, сюрикены в чате, осуждаю. Ехать с тобой. Не, нахуй надо, вы чё, ебланы, бля, я не хожу на свидания даже. Ебать, да, ебать осла. Говорю. Так я не шучу. Тогда это очень грустно, прими мои соболезнования. Я бы сейчас нажала на грустную с хомячком, но я думаю, это слишком грустно. Ну, типа, прям чернуха какая-то, поэтому соболезную. Отпишусь тебе. Минус вайп. Я тут встречалась с Таниной мамой. Минус вайп, минус дед, блядь, одни минусы Мишку Кумбер принес. Прости, пожалуйста, прости. Все, гады, все. Ребят, я в тюрьму сажусь, блядь, прости. Ёбаный в рот! Простите нахуй, ребят, я не буду больше, блядь, простите, пожалуйста. Простите меня за гадости, которые я пишу, блядь, я это больше не уважаю. Простите, блядь. Фу, залупай мне по губам, нахуй, за такие гадостные слова. Простите, пожалуйста. Ёбаный в рот! То у меня включается все. А у меня такая же лампа, как у них сейчас на столе стоит. У меня такая же, но фиолетовая и оранжевая была, охуенщик, реально, я с тобой, Катюня. Ага, пиздец, там список преступлений. Но это я написала, что там все в GTRP, поэтому, блядь, без осужденных, ребят. Мы как-то с ней тут поговорили, посидели. Чё ты думаешь, долго будешь жить-то? Бля, розовая такая, но не кавай, конечно. Нет. Надо как-то головой-то уже думать своей немного-то. Так думать о более работе какой-то другой. Съезжаться, чтоб уже готовиться к рождению ребенка. А успеем еще? Успеете. Когда? Мое мнение. Когда вы это все успеете-то? Ну ладно, хватит все. Мне надо идти. Ну, к своим давай. Делам. Деловые какие-то. Деловая колбаса. Сексуальное насилие, но в случае Янки это не очень сексуальное насилие в ГТРФ. Да, хорош, смешная. У меня розовая взорвалась, у оранжевой взорвалась лампочка, потому что мне нравилось макать кисточку в кружку, и вот так, чтобы, короче, она резко кипятилась на лампе, она взорвалась от смены температуры. Влажный, бумажный, хуя важный, хуй бумажный, вот это да. Никита устроился плотником в управляющую компанию отца. Да, плотного кинул. На зарплату 50. Осуждаю то, что я сейчас сказала. Очень осуждаю. Плотный привет. Да, я это имела в виду, ребят. Это имела в виду и ничего другого. 50 тысяч рублей. А это значит, что скоро мы сможем снять квартиру. У нас тут новость есть просто. Такая. Бля, что за хуйня? У меня камера. Как камера опять, блядь, слетела, ебаный штатив. Кстати, мне очень нравится футболка с котами. Спасибо большое! Спасибо! Го свою покажу в ТГ. Кидай. Кидай, брат, кидай. Кидай, посмотрю. Съезжаться собрались. А куда съезжать-то собрались? Да недалеко, 30 минут.
У нас здесь, кстати, на 2 этажа повыше. Тетя Зина сдает квартиру. Давай. Так дорого, блядь. Я узнаю, здесь хоть рядом будет. Будете. Сейчас все равно ребенок родится, помогать, купать. Ну, самое главное, что контроля. Скажи, когда скинешь, я на стриме покажу. Какого-то не было, и все. Ну да. Не буду вам надоедать, не переживайте. Сами еще придете, скажешь, мы кушать хотим. Что приготовила? Конечно, я не хочу переезжать на 2 этажа выше. Я знаю. Да все, все, все. Кто нахуй тебя спросил? Когда нахуй последний раз твое мнение, блядь, что-то значило? Реально, мнение твоей мамы. Вы вообще, блядь, семейка долбоебов, идите домой нахуй. Я нашла себе в виде капибары рюкзак, очень хочу его теперь. Я не очень люблю капибар, сори, такой каминг-аут небольшой. Мама, та не комфортик. Да, и поебать на них. Бери, конечно, я тоже согласна. А мне нравится сумка в виде Хацуна Мику, и там у нее, короче, рот за пленкой. И за пленку ты можешь вешать много значков. Мне она нравится. То, что будет этот контроль, я против в этом всем, но ради Тани я переборю себя и буду жить с ней там. Пусть они как хотят, так и живут. Внутрь не будем залазить. Я не могу, отчим, блядь, пассивку, чтобы мне не вещей. Нравится. Главное, чтобы твоя мама не лезла к нам. Ну как, первое время она должна будет мне помогать в любом случае. Так мне это нравится не будет. Ну, блин, ты... Ну а кто тебя, блядь, хуем тебе помадки нравилось вот так водить? Вот и все, блядь, ебло закрыл. Ты пойми то, что мне нужна... Извините, что я гадкая, но, ребят, мне просто злит вся их родословная. Помощь. Ничего, не переживай. Извините, у меня там гирлянда с болтурсгейтом, блядь. Норм, стрём, я влюблю. Живай, я рожу. И часы с лягушкой, вот, смотрите, часы с лягушкой. Рожу, она чуть-чуть подрастет, и мы обязательно переедем. Как раз сейчас еще больше денег. Это ведро, это, конечно, очень сильный режиссерский мув, блядь. Зато. Убрать. Свадьбу там потом сыграем, вообще здорово будет. Я не могу выключить субтитры, они, блядь, сука, нахуй. Кинул в Телеграм. Сейчас посмотрим. Блядь, ну это видеосообщение, как мне его показывать? Мяу-мяу-мяу. Видно, как сиськи отрыгаю, нет? Пиздец! Она того нахуй не стоила! Видно, как сиськи отрыгаю. Я повторять не буду, сори. Сегодня у меня 3-й скрининг. Ребята, видите, Никита что не смог со мной поехать. Теперь все, у него много съебись, работы. Блядь, расскажу съебись ему о результатах вечером. А ребенок сейчас лишь. Они не выключаются, ребята, блядь! Ребята! Русский выключить, смотрите, все выключить. Выключены субтитры. На спине. И, конечно же, сердце. Четко мы видим сердечко. Полный ясный видимость. Что это за хуйня? Подождите. Так, запомните, что. 1:39 у нас тайм-код. Переедем. Как раз сейчас. Вы видите, что не выключаются субтитры? Что за хуйня? У кого было такое? Как выключить? Мне это не нравится нахуй вообще никаким образом. А, вот они, все. Свадьбу там потом сыграем. Вообще здорово будет. Сегодня у меня 3-й скрининг. Никита не смог со мной поехать. Я не могу, реально, вот скрининг это то же самое, как во ФНАФ играть. Вот это. Ты вот так на ультразвуке ребенка смотришь, он. Как Фокси ебаный! Теперь у него много работы. Расскажу ему о результатах вечером. Ребенок сейчас лежит на спине и. Скоро обоссусь. Конечно же, сердце. Четко мы видим сердечко. Полный ясный единичный здесь. Бля, кто там нахуй надрестал? Вы слышите, что за звук? Когда я вижу этот маленький сердечко. Полный ясный единичный здесь. Когда я вижу этот маленький комочек счастья, то сердце просто выпрыгивает из груди. Какие маленькие у нее ручки. Это я. Просто Катюня заходит в туалет, а там отец жестко и мастерски колоду вот так. Ну, поняли, что за мем? Поняли, что я имею в виду? Это смешной прикол. Да, и она, в принципе, сама крошечная. Очень хочется уже... Жиденьким. Кайф! Плюс вайф! Скорее дождаться с ней встречи. Никита предложил поехать к его маме и показать фотографию будущей внучки. Да я похуй маме этой! Но, думаю, тетя Таня отреагирует равнодушно. Прикольно ты какая. Прикольно, а как они залезли, сфотографировали? Пораньше бы сообщили. Бля, я не могу. Там фотка ребенка, как будто 0,5 вот так сфоткает.
Нафиг я хоть бы что-нибудь вам приготовила. Ну, жуйте хоть, вот сок наливай. Жуйте нахуй. Давай. Чё, как чувствуешь себя? Жуй, да, хуй. Тяжеловато уже, конечно. Ешь, пей, жуй орган. Конечно, прям давит там на все органы. Пинается во всё, отпинало, блин. Ну, ничего, ничего, маленькое осталось. Все рожали. Ничего, все пережили. Бля, какое нахуй обесценивание. Немного похуй, бля, что тебе больно, все роняли. Боюсь, честно. Не надо бояться. Оно потом все пройдет, все забудется. Норм фотку кинул. Ой, да, блядь. Ну отпусти меня, Роман Годжа, ебаный рот, блядь. Ну домой хочу, все. Ну, ребят, зацените бесцуху, типа ненароком, типа... Типа ненароком сфоткал, ребят. А то вдруг, блядь, не увидят 14-летние в чате. Ой. Как дела в квартире у вас? Как устроились там? Да все обустроили уже. Че, кушать как? У вас там есть что? Конечно. Давайте вам денежку маленько скину. Ого, ого, что за аттракцион невиданной щедрости? Хорошо. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Как вам банка? Ну, в ней бы я анализа не понесла, Роман Годжи, давай честно. Питание, конечно, молодец. Я вообще не думала, что... Ну, нормально, хороший. Если спортом занимаешься, молодец. Она молодец, наконец-то молодец. Примет. Я зал 4 дня за последний год ходил. Молодец, уважаю. Это уже больше, чем я. Примет меня и мою беременность. И теперь она на моей стороне, и мне теперь есть кому... Нет, ты не права, она на стороне ребенка. Спортик. Жаловаться на него. Ну, не справятся они, потому что... Ну, я по себе даже знаю, что это очень да тяжело. Да, поебай. Готов? Да, ты готова? Да, я уверена. Ну, давай расписывайся тогда. Да, поебать. Сори. Я надеюсь, вы не против, что я чуть-чуть, типа, проматываю. Ну, Адам, потому я что сделаю некоторые все, моменты реально что поебать. Таня не сомневалась во мне. Сколько сейчас? До родов 2 недели. Блядь, сколько можно, нахуй, тянуть бы 3 часа уже тут. Ну, отпустите, блядь. Я готовлюсь отправиться в роддом. Родители купили нам кроватку для малышки. Денег не... Янка, жди док сват спортика. Если это не название чипсов, мне нахуй не нужно. Киты по-прежнему хватает только на еду и бытовые расходы. Не представляю, на что играть свадьбу. Алло, алло, блядь, что с интернетом, нахуй? Алло, интернет, блядь, что за хуйня? Алло, блядь, вы что, ёбнутые? Алло, это не у тебя лагает, что за хуйня, блядь, интернетная? Чего, блядь? Ну-ка, нахуй. Алло, вернули, блядь, мне интернет, быстро, нахуй. Что за хуйня? Все, заработал, блядь. Свадьба. 20 надо будет на кафе. Вернулась, все, пиздец, блядь, позорище, нахуй. Потом до родов час, потом до родов 20 минут, потом до... Крис Мегахолопсу, осуждаю, что за хуйня, осуждаю. Удалить сообщение из чата. Нет, 120, может, ты имела в виду. Да позовем только самых-самых близких. 20 тысяч. Да что за хуйня с интернетом, блядь? Сейчас, подождите, нахуй, сейчас! Максим, ты скажи, что ли, алло. Ну это просто хуйня ебаная. Ну это просто хуйня ебаная, блядь. Залупа. Просто хуйня ебаная. Yes, минус 3. Да это, блядь, просто хуйня. Если это только снять кафе там. Чё-то, сука, ебаная, блядь. Что это такое? Сука, я повешусь за GTRP, блядь. Сука. Я ебал, блядь. Я ебался лишь однажды, нахуй. Ну и в пизду, сука. Ебаный в рот! Пизда. Все? Починилось?
Ну, хуйня ебаная. Ёбаный в рот! Блять, это еще на ютубе врезать надо будет. Да ёбаный ты в рот нахуй. Ну надо же чего-то покушать. Платье. Ну да, откладывать. Хорошо, что наша мама нам помогут в этом. Ну просить не будем. Я ебался лишь однажды. Где и как, зачем и с кем? Не помню я. Кланяться убьют. Ладно, давайте на роды перемотаем. Вот, нет. Для стимуляции родов я прыгала на фитболе. Никита был рядом со мной. Где звук? Нет звука ролика? Нет звука ролика? Сейчас. Где? Где нахуй наушники? Все это время. Нет, есть... У меня не было даже страха. Есть звук, кому вы врете, блядь? Есть звук. Как будто я каждый день туда хожу. Я пытался положительные эмоции передать Тане просто, чтобы она не волновалась. Помогать, как скажут врачи. Ах! Мамочка! О, бля, у меня у стрима задержка была, да пиздец нахуй. Мне поставили. Я надеюсь, мы просто вот эти 10 минут сможем достримить, рейд кинуть и все, потому что это хуйня ебаная. Или капельницу, потому что у меня шейка не открывалась. И в итоге у меня очень быстро пошла родовая деятельность. Так, куда? Дай. Нет, не выдыхай, дави, еще. Че ты фукаешь, блядь, это роды просто. Я очень рада, что Никита пошел со мной на партнерские роды, доказал. Но, ребят, если я все-таки решусь рожать, нахуй эти партнерские роды ебаные, в пизду и нахуй, мне это не всралось. Все, пусть за дверью стоит еблан. Что он действительно любит меня. Он не испугался. И я действительно могу сказать, что он рожал вместе со мной. Да он сидит, у него взгляд. Просто глаз не строит. Пиздец. 21. Ну пиздец, блядь. Приятно птица всем. Здравствуйте, простите. Нагита, ты ничего не пропустила почти? У меня стрим отрубился. Я бы на тебя посмотрела. Когда Аделину приложили к груди, я просто почувствовала такую силу любви. Пиздец, нет, нахуй, никакого ребенка. Муж сам рожает. Наверное, нету такой любви между парнями. Ой, слава богу, ничего не пропустила. Но обязательно придется посмотреть, перезалив на ютубе. Нагита, извини, пожалуйста, не я правила придумываю. Мы девушкой самая сильная любовь. Это между мамой и ребенком. Когда я взял на руки маленький такой кулечек, я переосмыслил всю жизнь. Она такая была спокойная у меня на руках. На, ту матч, блядь. Я уже понял то, что вот все, это моя дочка. И будет она только с папой, и все. Сейчас посмотрю мем в Телеграме, секунду. Да, смотрим. Мы с Адель чувствуем себя прекрасно. Врачи сказали, что мы можем ехать. Врачи сказали, что у меня опухоль мозга. Мне осталось полумесяцев. Я серьезно. Я никогда не уезжал. Не любил другую. Как я мог разлюбить тебя? Себя одну, разную. Домой. В день выписки собралась вся семья. Чуть-чуть. Даже тетя Таня это приехала. Внучка, конечно, это самый такой сладкий пирожочек. Да, ангел, все, понимаешь. Ну, носы носик. Ой, такая хорошая. Голубые красивые глазки и светло. Я при рождении весил 4500. О, у меня Маша брат тоже дохуя весил. Я никогда не стану феминисткой. Хочу, чтобы за меня платил мужик. И за ресницы, и за колу, и с виски, и что-то там. Бля-бля-ла-ла-ла. Волосы. Я не знаю эту песню, сори, я только в ТикТоке слышала. Прям полная его копия. У тебя, брат, амбал 2 метра будет. Тогда я с 7 класса маме говорю, что он вырастет пиздец высоким и худым. Она меня не слушает, она меня не слушала, но вот потихоньку она начинает в это верить, потому что ей врачи сказали, что он 1,90 м будет. А я с 7 класса это нахуй говорил, потому что по нему видно. Энтузиазма Никипе хватило ненадолго. Он снова... О, нахуй, с днем рождения, у него был 2 дня назад. Стал пропадать целыми днями, а с малышкой мне помогают брат и родители. Ой, я думала, это она так похудела, блядь, после родов, пиздец. Родители. Хорошо, что мы живем в одном доме. Как у них там дела-то хоть обстоят что-то? Да все как всегда.
Она одна с ней, ей тяжело. Ой, не знаю, Миша, как у них, что и дальше будет, я вообще... Опять к братанам съебался, ну понятно. Какой-то уверенности у меня в нем абсолютно никакой. Старший или младший? Младшенький, 14 лет Максимке. Он приходил, мы здоровались, я не знаю, ты была или не была в этот момент. Ой, нет. Да я ж тебе говорил, что он скользкий тип. Это о чем еще свадьба-то? Рано делать свадьбу. А высрала на родителей чада и пошла кутить 100%. Да дома она сидит, блядь, спит. Я говорю, пусть поживут, время покажет. Если все. Парень, да, парень съебался, она спит, нахуй. Фу, блядь, на ебаный рот Нагита, нахуй. Пиздец, лучше б не писала. Дай бог. Блядь, все, извини, подруга. Такого комментария не будет у меня будет в чате. Будет хорошо, я и сама им свадьбу сыграю, все про. Нет, ребят, Максим Газлайтер, нахуй он вам нужен? Сори, когда я в нем буду полностью уверена, что он может содержать семью, может содержать Таню, обеспечивать ребенка. Он же работает. Он будет вот это, знаете, из немножко разведенный муж, который, блядь, отъебись, я в танки играю. Бля, я не могу сейчас уйти, я играю, Вянка. Ой, простите, блядь, раньше думать надо было. Зарабатывать. Но я не обижаюсь, у меня просто неприятное ощущение осталось. Макс 100% крутой будет. Все только от него зависит уже. Мы, конечно, с Мишей-то будем помогать, но они, как родители, должны брать на себя вот эту самую главную ответственность. Они что бы, бабушки, там дедушки. Максик и сейчас крутой, ну счастье ему, здоровья. У него старшая сестра ебанутая, поэтому он будет антиподом. Это хорошее, занимались. Я сижу дома, постоянно жду его дома, а он не умеет планировать. А он не умирает, блядь, я нахуя женилась? Свое время между мной, работой и друзьями, оправдываясь тем, что, ну блин, я же работаю. Давай, 4 минуты осталось, и мы пойдем какать все. Наши мамы подружились. Тетя Таня опекает меня, дает советы. Я же работаю, я же мать. Как лучше питаться и ухаживать за ребенком. Ладно. Ищет его, ладно. И очень любит Аделину. Какать со стримом. Ребят, 24 часашки бодитуалет челлендж. Благодаря помощи бабушек я успеваю учиться и готовить. Прям такой смешной лежит, бля, шкетик. Идти к экзаменам. Откисает. Наконец-то мы накопили денег, и сегодня наша свадьба. Никита сдержал свое слово, и я дождалась этого счастливого дня. Но без помощи родителей все равно не обошлось. Я на самом деле скибиди туалет, пишет Мишку. Мама купила мне свадебное платье, а тетя Таня добавила нам на банкетный зал. Бля, могли бы и на пиджачок тоже пацану скинуться, сори, сиди, блядь, в этом домашнем. Жду стрим, как вы играете, смотрите прохождение Ронпы. Извините, если не хотите. Так там все прохождение. Там, если мы смотрим прохождение, которое 9 часов, нахуй, мы его будем, во-первых, неделю смотреть, потому что я пизжу много. А во-вторых, если мы будем его все-таки смотреть, я просто каждые 2 секунды... Бля, Нагита секси! А, Нагита секси! Типа, это весь контент будет, нахуй оно вам надо. Я очень рада, что этот счастливый день настал. Хочу пожелать вам большого, огромного... Ага, у меня такая же реакция была. Ну, ребят, блядь, 7-й класс никого не щадит, нахуй. Нового счастья, чтобы вы всегда это, шли рука... Подглядывать, нахуй, главный зритель, главный фанат. Нагита будет не скоро. Мне похуй, я начну с части, где он, блядь. И где он на необитаемом острове руку потерял, блядь. Руку. Я не знаю, меня там не было. Я знаю сюжет Ронпы только из комиксов ВКонтакт 2018, наверное, года или 19-го. Чтобы... Он в третьей части. Ну вот, вот оно самое, блядь. Бог любит троицу не зря, ребят. Все проблемы у вас... Бог Нагитофан просто. Были решаемы. В общем, будьте счастливы, я вас люблю. Вот после этого меня покарают, ребят, я вам обещаю. Горько! Извините, батя. Горько! Горько! Когда потратил дохуя денег на банкет на свадьбе, они благодарные гости кричат «Горько, горько!» Янка, а мне как Скуфу стоит Рон посмотреть и считать? Сначала посмотри аниме, потом решишь, нахуй, будешь продолжать или нет. Горько! Горько! Горько!
Ну, конечно же, хотелось бы, чтобы дети были и повзрослее, и постарше, и немножечко, ну, чтобы... тоже много чего хотелось. Ну, он ничего не сделал. Теперь печь нависела. Да, все. Ты уже подписал его подпись. Ты тоже. Я счастлива. Теперь, наконец-то, я жена. Но рада, что все мои самые родные, близкие. Джорджа Пос, зацените, я теперь жена. Ой, у меня такой фотосет будет. Где я Джорджа Пос буду делать. Люди пришли меня... У Янки, кстати, вайбка Кёйна! Спасибо! Нет, кому ты пиздишь? Ты это говоришь, потому что он у меня в ТикТоке на аватарке. Ебло закрыл, нахуй, подлиза ебаная. Аниме игра отличается, там только первая часть похожа. Найди-то секси. Поздравить. Это самое важное и самое незабываемое событие в моей жизни. И я надеюсь, что дальше с Никитой мы будем строить нашу семью и воспитывать нашу лялечку. Ну, я вообще лялечку долго ждал этого. И наконец-то это уже свершилось. О, Макдональдс! Вспомнила. Теперь мы будем чисто втроем. Теперь никто не будет лезть и учить меня жизни. Теперь я все сам. Наебло официально. Аниме играет разные вещи, потому что третья часть Тронпа вообще непонятно. И 17 лет я нисколечки не жалею, что родила ребенка. Говно след в стриме в молоко поиграем. Если что, это визуальная новелла. Молоко? В моем опыте я поняла, что ребенок — это стимул жить и развиваться. Такая Леля спит смешная. Я бы хотела пожелать девочкам, которые оказались в такой ситуации, как и я, верить в себя, несмотря ни на что, как бы трудно ни было. У вас все получится. Никого не слушайте. Не, хуйня, совет, сори. Так, сейчас посмотрим, что за новелла «Молоко». Надеюсь, это не хентай какой-то.